Давай, только тихо. Не думаю, что это хорошая идея. Не время отступать. Готова? Ух ты, шоколад! Окей, иди за мной. След в след. Воу-воу-воу! Ты в порядке? Ну, она сказала идти за ней. Хорошо, что рука смягчила падение. Главное, что шоколад рядом. Что? Это не шоколад. Глазам не верю. Это рисунок. Ничего себе, он настоящий. Что случилось? Где мы? Гляди, все для рисования. Что ж, давай начнем рисовать. Итак, первый челлендж. Интересно, какой? Какой милый щеночек. Можно нам оставить его себе? Окей, у меня получится. Я видела, так делают художники. Не знаю зачем, но выглядит хорошо. Размер маловат для щенка. Стойте, я знаю, что делать. А? У меня тоже есть рука, ну и что? А, поняла, это легко. Обведем ладонь. Что ты делаешь? Главное, ей самой нравится. А я положу ладонь на бумагу вот так и обводим. А теперь сделаем, чтобы было похоже на собаку. Добавим шерстку, милые глазки и нос. И, наконец, добавим цвета. Получается здорово! Вот так, аккуратно, почти готово. Вот, такой милашка. Круто, я справилась. Назову его Лаки. Это реально впечатляет. Мне нравится мой рисунок, но это... Вау, ну ты хотя бы попыталась. Кто победил? Да! Смотри, что-то происходит. Печеньки! Так классно! Они в форме косточек. Все в собачьей тематике. Не терпится попробовать. Погоди-ка, печенье, кость, собака. Стой, они не для тебя. Да чего вкусные. Хочу узнать рецепт. Ох, лучше бы ты этого не делала. В чем проблема? Эти печеньки, они для щенка. О, раньше не могла мне сказать. Так тебе и надо. Эй, иди сюда, приятель. У нас для тебя вкусняшки. Ох, кто у нас хороший мальчик? Ты у нас хороший мальчик. Ты, наверное, проголодался? Так долго нам позировал. Умница. Вот так, давай. Это тебе. О, как интересно. Единорог. Это может быть трудно. Возьму-ка я маркеры. Даже не знаю, что же выбрать. Краски? Или маркеры? Думаю, лучше взять маркеры. Ладно, поехали. Упс. Я нечаянно, извини. Ох, нечаянно. Ты как маленькая. Да, я помогу тебе с рисунком. Не делай так больше. Я тебя предупредила. Я сделала его лучше. О, ты вот тут пропустила. Я тебе помогу раскрасить. Это так глупо. Вот тебе. Хватит. Прекрати. Так мы никогда не закончим. Возьми еще бумаги. Хорошо, но я повернусь вот так. Я нарисую самого крутого единорога. Придумала. Е-ди-но-рог. Теперь просто нужно соединить буквы. Сделаю ему стильную прическу. Не забуду про ноги. Осталось все раскрасить. Розовый подойдет идеально. Думаю, я выиграю этот раунд. Хотелось бы мне настоящего единорога. Осталось сделать хвост. Готово. Ничего сложного. Та-дам! О, нет. Вот мой рисунок. Что ж, тоже хорошо. Молодец. Интересно, кто из нас выиграл? Ха-ха. О, я в шоке. Да, какой будет приз? Хоть бы настоящий единорог. Это тоже неплохо. Не пойдет. Слишком маленькая. Поглядим. Ага, смотрится аппетитно. Может попробовать кусочек? Она не заметит. Вот это в самый раз. Но держись. Что ты наделала? Прости, я споткнулась и попала лицом в торт. Вот я тебе немного оставила. Глазам своим не верю. Но главное предложить. Ты готова к следующему челленджу? Кактус? Ты проиграешь.
Сомневаюсь в этом. Начали! Тут должно быть просто. Надо восполнить энергию. Забудь про стресс. Ты и ручка одно целое. Я почти закончила. Наконец-то. Фух, зацени. Трудно заметить разницу, верно? Что это у тебя? Смотри и учись. Проводим губкой по листу сверху вниз. Используем губки поменьше для отростков. А теперь цветы. Осталось только добавить детали. Может, потом в рамку поставлю. Ну, что ты об этом думаешь? Ну, у меня тоже зеленый. Художники, тебе пока рановато. Я знала, что выиграю. Ух ты, кактус-пиньята! Как думаешь, внутри конфеты? Есть лишь один способ узнать. Надену эту повязку. Так, пора немного развлечься. Замечательно! Гляди! А? Ты что-то сказала? Куда она делась? Эй! Мне больше достанется. Что случилось? Эй, откуда эти конфеты? У меня хорошее предчувствие. Какое разочарование. И в чем тут челлендж? Окей, что мне использовать на этот раз? Слишком большая. Нет, не подойдет. А вот это то, что нужно. Рисовать тыкву легко. Это просто оранжевый кружок. Мне нужно выиграть этот раунд. Хорошо, возьму это. Начну с боков. А теперь стебель. И раскрасим. Для лучшего эффекта надо выбрать несколько разных оттенков. Я довольна результатом. Как тебе вот это? Эй, проснись! Привет! Просыпайся! Тебе надо рисовать! Я не сплю! В чем дело? А, ну да, тыква. Ну вот, время вышло. Это все, что я успела. У тебя что-то на щеке. Правда? Где? А, краска. Тебе идет. Да! Какой у нас приз? Тыквенный сок? Не люблю его. Я странно себя чувствую. Что происходит? У меня тыква вместо головы? Зато теперь не надо делать костюм на Хэллоуин. Ненавижу эту игру. Мое прелестное личико. Оно снова на месте. Извини, я так напугалась. Больше никогда это пить не буду. Эй, мне тоже не нужно. Посмотри-ка! Совсем другое дело. Попит! Пока это самый лучший раунд. Нужно сделать что-то суперское. Для начала нарисую квадрат. А потом кружочки. У меня идея получше. К счастью, я ношу с собой ксерокс. Окей, кладем тебя сюда и нажимаем на кнопку. Намного лучше, чем рисовать от руки. Как у тебя дела? Круто! Теперь осталось раскрасить. О, это будет прикольно! Нанесу вот здесь полосу красной краски, а теперь остальные цвета, прямо как радуга. Совсем как настоящий пупит. Хочется на него нажать. Неплохо, но, думаю, выиграю я. Невероятно! Ура! Вы шутите? Поглядите, что у меня. Отойдите от стола, мэм. Дайте мне руку. И вторую. Не сопротивляйтесь. Использование ксерокса запрещено. Мы здесь не потерпим обмана. Извините. Да, не ожидала такого от тебя.
шоколадный пупик. Две радости в одном флаконе. Вкуснятина! Пройдемте со мной. Живее! Упс, ну ладно. Ставьте лайки и подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео. Ну ладно, мои дорогие подданные. Сейчас вы потеряете дар речи. Посмотрите на эти королевские драгоценности. Как они сверкают. А теперь нарисуйте их. Пара пустяков. Корону даже обезьяна нарисовать может. А, да неужели? Я покажу ей разницу между талантом и обезьяной. Все дело в мелких деталях. Переходим к самоцветам. Алый рубин почти готов, но не помешает больше реализма. Хорошо, что у меня есть эта штучка. Отлично, но стоит добавить блеска. Блеска золота, разумеется. План должен сработать. Ну что, пора? Ты первая. Ладно, ну как вам? Прекрасная корона, ты ее заслужила. Как вы это сделали? Невероятно! А теперь твой рисунок, Эшли. Вот моя корона. А я ожидала чего-то большего. Но каждому по заслугам. А, не уверена, что мне это нравится. Получай! Стой! Что это? Вау! Какой он хорошенький! Тут еще и мини-жирафик. Чур, этот мой. Ау. Ладно, похоже, этот малыш мой. Хе, мой жираф куда лучше. Ладно, не двигайся. Мне надо тебя нарисовать, пока все идет хорошо. Что ты делаешь? Изучаю жирафа. О, хорошая идея. Интересно, как дела у Джастина? Довольно реалистично, да? Назову его Джерри. Это вообще не похоже на жирафа. Это будет не так-то просто. Надо учесть правильный масштаб. Стойте! У меня есть идея. Положу кисть руки вот так и обведу ее. Добавлю лицо. Получился жираф. Давайте его раскрасим. Этот коричневый отлично подходит. Остальное закрашу желтым. Осторожно, не хочу нигде ошибиться. Осталась шея. Готово. Классно я придумала. Да, что ж, и правда неплохо. Прости, Джерри. Возьми это. Спасибо. Какой сложный тест. И даже эта штука мне не поможет. Хотя... Два калькулятора, минус один калькулятор. О, это подойдет. Получай. Так, ответ один калькулятор. Верно, я решила задачу. Я современный Эйнштейн. Эйнштейн, говоришь? Останешься после уроков, чтобы это обдумать. Нет, мне надо отсюда выбраться. Ненавижу оставаться после уроков. Новый день, новое бесполезное задание для наказания. Как же скучно. Зои, пойдем, ну же. Я думала, это никогда не кончится. Готово. О, молодец. А вот и вторая стопка бумаг. Что? Еще одна? Увидимся позже. Не уходи. Это худший день в моей жизни. Вот что бывает, если плохо себя ведешь. Стойте, в маркере кончились чернила. Это так долго я уже пишу? Придется взять новый. О, я об этом совсем забыла. Ну где все ручки? Это мне вряд ли поможет. А я бы перекусила. Что тут у нас еще? Кабельные стяжки. А это может сработать. Похоже, я все-таки смогу выбраться отсюда.
Приветики, учитель. Если я не могу уйти, то и вы тоже. Удачи вам встать с этого стула. Ручка, да будет веселье. Итак, я все доделала. Уже? У меня для тебя еще одна стопочка. Оу! Оу! Что не так с моим стулом? Я застряла. Ты за это обязательно заплатишь. Как скажете. Пока. А ну вернись, ты. А, я больше не могу здесь сидеть. Учительница, похоже, занята. Я все вижу. Ведите себя хорошо. Эта женщина видит все вокруг. Ха, новичок. Я не могу. Пс. Габи? Что случилось? Куда она? Не может быть. Я что, осталась тут одна? Минуточку. Мне это пригодится больше, чем тебе. Одолжи-ка свою руку. Я могу, наконец, спокойно это прочитать. Теперь у меня есть правильные ответы. Зои? Что? Я уже почти все. Тогда ладненько. Отлично, она купилась. Обожаю уроки рисования. Итак, сегодня мы будем рисовать кошку. Смотрите, какая милая мордочка. Начинаем. О, это трудно. Вот ее хвост. Получилось так себе. Готово. Простите, я торопилась. Что? Невероятно. Худший день в моей жизни. Дай сюда. Для тебя что угодно. Есть идея. Это может сработать. Обернем ручки резинкой. И вот здесь тоже. Теперь можно обвести рисунок из учебника. Получается. Просто надо повторять линии. Идеальная копия. Вау, смотрится круто, отпад. Очень хорошо, Шерил. Спасибо, ничего сложного. Четверка? Как всегда, прекрасна, Луна. 5 с плюсом, ты это заслужила. Спасибо. О нет, он все еще печатает. Тс, хватит. Что? Ничего особенного. Ненавижу рисование. Фу, посмотрите на эту кисть. Отвратительно. Я не могу ей пользоваться. Что же делать? О, я знаю. Пора стричься. У него все равно слишком длинные волосы. Хм, что это за шум? Это было легко. Надеюсь, он не заметит. Теперь я могу дорисовать картину. О, мои волосы! Я тебе отомщу! Моя кукла! Мне нужна новая кисточка для рисования. Ты монстр! Вау, работает идеально. Я покажу тебе. Я ненавижу летучих мышей. Они тебя слышат. Я закончил первым. Подожди, это что-то знакомое. Что происходит? Мне так скучно. Вау, новые друзья. Говорящий единорог. Привет всем. Пора устроить челлендж по рисованию. Это мне под силу. Какая милая кошечка. Она такая мягкая и пушистая. О, как мило. О, кошка. О-оу, аллергия. Апчхи! Ты ее пугаешь. Кс. У меня аллергия на кошек. Апчхи! Ну что же, это ваше первое задание. Это шутка? Начинайте рисовать. Можешь взять салфетку? Апчхи! Я чувствую себя ужасно. Апчхи! Прекрати! Апчхи! Кому здесь нужна моя помощь? Привет, док. В чем дело? А, вижу. Это не подойдет. О, он милый. Это тебя вылечит. Не двигайся. О, больно. Отлично.
Привет! Приветик! Спасибо! Это тебе? Меня сейчас тошнит. Так романтично. Увидимся. Я надеюсь. Вы закончили? А, как много соплей. Скользкие. Выглядит аппетитно. Я не голоден. Мои цветы. Посмотри, что ты натворил. Ты их испортил. Опс, прошу прощения. Как ты мог? Подождите, у меня есть идея. Это может сработать. Стоит попробовать. Я выдавлю лекарство на картон. Вау, как ярко! Можно поменять цвета. Хорошо, достаточно. Теперь самое интересное. Я распределю жидкости. Вау, это похоже на кошек. Я добавлю последние штрихи. Начну с ушей. Затем я нарисую маленький нос и белые усы. Теперь глаза. Это будет шедевр. Вау! Получилось даже лучше, чем я думал. Я гений! Они выглядят великолепно. Скорее бы ими похвастаться. Что скажешь? Вообще-то, довольно неплохо. Мне нужно что-то придумать. Подождите, я могу использовать лепестки. Я выдавлю клей на бумагу. Мне нужно нарисовать эскиз. Затем я посыплю его лепестками. Мне нужно покрыть клей. Я сдую лишнее. Теперь я добавлю трафарет с котом. Но это еще не вся. Я добавлю цветочные стебли. Затем я положу сверху рамку. Вау, это потрясающе! И необычно. Смотри, разве не красота? Вау, вы уже закончили? Смотри, я нарисовал котов. Очень хорошо. А что у нас тут? Тебе нравится? Вау, очень нравится. Так, кто победил? В этот раз побеждает Барби. Я знала, да. Я очень зол. Моя кошка. Никогда не думал, что коты могут летать. Ставьте лайки и подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео. А, что дальше? Все мои принадлежности готовы. Ага, как скажешь. Да. А? Кто это? О, круто. Приступим. Я вдруг так вдохновилась. Смайлики. Это значит, можно повеселиться с формами и нарисовать некрасивый круг. Ага! Мне не помешает дополнительная помощь. Что может быть лучше банки свежей краски? Эй! Что за дела? Тебе совсем все равно, да? Вау, поверить не могу. Пш. Ха! Это интересно. Минуточку. Я сделаю все по-новому. Давай в шприц, желтая краска. Отлично. Вот тут-то и начинается веселье. Заполняем. Вы только посмотрите. Догадаетесь, что я делаю? Смайлик забыли? Это что-то новенькое. Эй, Венди. Оу, я думала, ты никогда не спросишь. Не думаю, что тебе меня победить. Знаю, это круто. А, и почему я до этого не додумалась? Они сделали целый плод из цветов. Обалдеть, правда? Ага. Привет, дамы. А? О, ну привет. Мы тут о цветах говорили. Разве я не прекрасен? О, прекрати. Ну ладно, мы тебя нарисуем. Но чем? У меня нет кисточек. Венди не будет против, если я возьму одну. Верно? Какая хорошая кисть. Отлично, теперь линия потолще. Эй, это моя кисточка, Дженнифер. Она не твоя. Нет! Смотри, что я из-за тебя сделала. Может, я могу использовать что-то еще? Да, совершенно иное. Сначала окунаем дно бутылки в краску. И теперь рисуем ей цветочки. Это весьма просто, что скажете? И еще парочку. Идеальная округлость. А потом попробуйте другие цвета. Получается очень симпатично.
Видите? Неплохо. Не думаю, что могу это исправить. А у меня вот очень даже хорошо получилось. Нечестно. Ну, ты сделала все, что могла. Это мне? Как это мило с твоей стороны, Дженнифер. Обнимемся. Давай потом. Эй, что там происходит? Ого! Попробуем? Раз, два, три! Вау! И что я должна с этим делать? О, я просто куплю все необходимое. А? Что это такое? Уж точно не принадлежности для рисования. Что в этих пакетиках? Минуточку, я поняла. Обрежем уголки пакетиков. Получатся своеобразные носики. И еще один. Начинаем разлив краски. О, да, вы только посмотрите. А теперь позволим гравитации сделать свою работу. Это очень забавно, правда? Немного белой краски создаст интересный эффект. Шляп-шляп. Это супер круто! Вы только посмотрите! Готово! Тебе нравится? Это очень необычно, правда? Несомненно, но смотри сюда! Как у тебя получилась такая текстура? Я снова победила! Пусти, Эмили! Нет, игрушка моя! Я первый ее увидел, но хватит! Есть только один способ это уладить! Вот значит как, да? Итак, начнем. Я буду играть ноликами. Я всегда ими выигрываю. Середина. Ты начал с середины? Ты проиграешь. Ты угодишь в мою ловушку. Я знаю, что так и будет. Проще простого. Это еще не конец. И что ты теперь будешь делать? Смотри и учись. Ах, я должна была это предвидеть. Хотя, есть еще варианты. Но так же нельзя. Ой, правда что ли? И теперь взгляни на это, я выиграла. Нет, не может быть. Ладно, забирай игрушку. Ура! О, только взгляните в эти глаза. Я могла бы в них потеряться. Разве можно быть еще красивее? Таким и должен быть идеальный мужчина. Мы были бы такой милой парой. Подождите-ка, кажется, есть один способ. Здесь поможет моя книга заклинаний. Ну что может случиться плохого? Но сначала мне нужен амулет. Так, расчистим немного места. Мне понадобится миска с эпоксидной смолой. Затем добавим туда немного блесток. От них все будет сверкать. А теперь перемешаем. Должна получиться однородная масса. Вот такая. Затем нужно залить ее в форму. У меня это любовное сердечко. Ух ты, смотрите какой цвет. Заполним ее до самого верха. И дадим массе высохнуть. Затем вынем готовый амулет из формы и добавим к нему цепочку. Ух ты, выглядит потрясающе. Как раз то, что нужно. Но я еще не закончила. Пришло время для заклинания. Этот амулет заставит Мэтти меня полюбить. Заставь его увидеть, что я его судьба. Пусть он станет маяком, который его привлечет. Это работает. Просто не верится. Ну ладно, за дело. Эмили? Вау. Он меня заметил. Нужно пойти поговорить с ней. Привет, Эмили. Ты сегодня великолепно выглядишь. Какой у тебя красивый кулон. В этом есть что-то такое гипнотическое. Что? Ты в порядке? Кажется, мне уже пора. Подожди-ка, ты никуда не пойдешь. Что ты делаешь? Пусти меня. Так, ладно, я ничего не видела. Открывай, Эмили. Нет, мне и так хорошо. Это была такая глупая идея. Вот, можешь забрать, мне он больше не нужен. А? Откуда это взялось? Так странно. Так, кулон. Я должен его заполучить. Не подходи! О, этот единорог такой мягкий. Я мог бы гладить его целый день. Подождите-ка. Это что, мой зуб? Как это произошло? Значит, скоро ко мне прилетит зубная фея. Мама, иди сюда. Все в порядке, мой милый? Смотри, у меня выпал зуб. Мой маленький мальчик растет.
Я знаю, чего хочу от зубной феи. Я хочу эти наушники. Что ж, тогда лучше положи все это под подушку. Отличная идея, мамочка. Так будет надежнее. И теперь подождем. Это так волнительно. Тебе нужно пойти спать, и тогда она прилетит. О, точно. И без единорога никуда. Спокойной ночи, мамочка. Сладких снов. Увидимся утром. Пора мне заняться делами. Только посмотрите на него, он такой очаровательный. Я заберу этот зуб. Постараюсь не разбудить Мэтью. Так, хорошо. А взамен я оставлю эти наушники. Отличная сделка. Надеюсь, они ему понравятся. Минуточку, почему бы их немного не персонализировать? Мне понадобится 3D-ручка. Начнем с вертикальных линий на корпусе. Нужно сделать все аккуратно и красиво, чтобы не было никаких пробелов. Как только я с этим закончу, можно будет приступить к крышке. Сделаем небольшие линии на одной стороне крышки, а затем пройдемся по краям. Вот так. Я нарисовала единорога на кусочке открытки. Мне понадобится 3D-ручка, чтобы его заполнить. Главное не выходить за линии. И первая часть готова. Теперь нарисуем ухо. И перейдем к другой стороне. Поменяем цвета и заполним другие части. Нужно, чтобы получилось красочно. Все секции будут объединены. Выглядит просто замечательно. Нельзя забывать про рог. Вот так прекрасно. Теперь добавим последние штрихи. Я очень довольна. Нужно приделать это к крышке. Похоже на рот единорога. Мэтью это понравится. Думаю, пора положить это ему под подушку. Это будет классный сюрприз. Не терпится увидеть его реакцию. Я так рада. Интересно, прилетала ли зубная фея? Есть только один способ это выяснить. Ух ты, ничего себе! Потрясающе! Ура! Мамочка! Что там, дорогой? Прилетала зубная фея? Смотри, что она мне оставила! Вау! Это была очень талантливая зубная фея. Мне не терпится их опробовать. Возьми один наушник, мамочка. Правда ведь круто? Да, очень. Ша-ла-ла-ла-ла-ла. Эти солнцезащитные очки такие грязные. Вот так-то лучше. О, клиент. Я здесь для того, чтобы потратить серьезные деньги. Да чего же мне нравится это слышать. Жалкая попытка. Ну и что тут у нас? И это считается модным? А мне нравится. Что еще у вас есть? Вот что я имел в виду. Она словно взывает ко мне. Что ж, примерим. Отлично выглядит. Ну, конечно, на мне все выглядит отлично. И вообще весь ансамбль, что надо. Но чего-то не хватает. Кажется, очков. В них бы вы выглядели просто потрясающе. Мне нравится выглядеть потрясающе. А вот эти вроде ничего. Примерьте их. Ну что ж, именно так и поступим. Обычно я предпочитаю яркое и блестящее. Ах, как красиво, взгляните. Не уверен. Не, это не мое. Вы что, только что... Да неважно. А как насчет этих? Ладно, примерю. Ну, не знаю. Должно же у меня быть что-то, что вам понравится. Здесь ведь столько всего разного. Нет. Ни за что. Из этого мне ничего не нравится. Ну, а как насчет моих очков? Так, ладно, мне пора. Подождите, остановитесь. Ну что? У меня есть для вас кое-что еще, что вы можете примерить. Думай, нужно, чтобы он хоть что-то купил. О, может это? Нет, я уже израсходовала все желания. Ага, мой верный клеевый пистолет еще никогда меня не подводил. Возьмем блестящий клей, чтобы сделать контур. Я хочу, чтобы было похоже на облако. Это так забавно. Теперь нужно сделать второе облако. Это будет оправа для особенных очков. Теперь нужно их соединить. Затем возьмем синюю эпоксидную смолу и зальем ее в облако. Сделаем то же самое со вторым облаком. Это будут линзы. Подождем, пока они затвердеют. А это дужки для очков. Правда ведь круто? Ну, в смысле, я бы в таких походила. Вот взгляните на эти очки. Я заинтригован. Дайте посмотреть. Они намного лучше, чем другие. Я чувствую себя великолепно. Это как раз то, что мне было нужно. Ах, какое облегчение. Я возьму их. Сколько они стоят? $5.
Я имею в виду... секундочку. Видите ли, они единственные в своем роде. Так что $500. Отлично. Хороший вид стоит любых денег. Ух ты, спасибо. Нет, это вам спасибо. Пока-пока. Чао. Заходите в любое время. Не могу поверить, что это сработало. Я так нервничаю. Просто задам вопрос и все. Эмили? Так, нужно чуть увереннее. Эмили? Нет, это звучит пугающе. Эмили? Это для тебя. Это символ моей любви. Надеюсь, ты чувствуешь то же самое. Ой, о нет, куда оно укатилось? Оно должно быть где-то здесь. Но почему это всегда происходит? О-оу. Привет, Эмили. Я тут просто сделал пару отжиманий. Давай присядем. Отлично выглядишь. Это так мило. Я серьезно. Так, это что, лак для ногтей? Можно мне его одолжить? Зачем? Поверь, это решит все проблемы. Я покрашу свой пластырь лаком для ногтей, так, чтобы получилась тонкая полоска. Затем, как только она высохнет, я смогу ее закрасить. Этот розовый, просто идеальный цвет. А пробелы заполним более темным оттенком. Смотрится отлично! И закончим сердечком. Прекрасно! Постараюсь его не ронять. Ну ладно, поехали. Эмили? Что происходит, Мэтью? О боже, неужели ты не шутишь? Я должен тебе кое о чем спросить. Просто не могу поверить. Ты выйдешь за меня замуж? Да, конечно. Я надеялся, что ты это скажешь. Я еще никогда не была так счастлива. Нужно приготовиться к следующему раунду. Думаю, время пришло. Стейси, это для тебя. Надеюсь, тебе понравится. Ты серьезно? Нет, я не могу. Подарок для меня? Нет, это для Стейси. Правда? Интересно, что это? О, вот это да. Что? Это просто дурацкий единорог. Невозможно понять женщин. А, это от моего парня. Он лучший. Я буду дорожить этим вечно. Кстати, это идея для следующего раунда. Единорог. Ты шутишь? Ладно, приступим. Нет, так дело не пойдет. Такой мягкий. О, здесь есть что-то еще. Это конфеты? Запах точно похожий. Ммм, вкуснота. А? Что такое? Минутку. Я придумала. Начинаем рисовать. Нарисуем контуры единорога на листе бумаги в клеточку. А теперь обведем контур. Поверьте, будет здорово. Дальше нужно добавить детали. Это будет грива. Закрасим по контуру, чтобы рисунок выделялся. Добавим единорогу цвета. Получится так красиво. Важно не заходить за линии. Сделаем рог разноцветным. Последние штрихи. И готово. Лили, я закончила. Время почти вышло. Что? Но как? Что же мне делать? Придется сдавать это. Прошу. По крайней мере, ты попытался. Отлично, Стейси. Выглядит чудесно. О твоем лучше промолчать, Мэтью. Стейси побеждает. Иначе и быть не могло. Да, я знаю. Да, я так и думала. Ну что ж, мистер Кларкман ничего не подозревает. Правильно, контрольная. Ага, понимаю. Потому что я готов. Кейт, смотри, что у меня есть. Ну ничего себе! Джейк, ты реально крут, ничего не скажешь. Да, я в курсе. Геометрия, английский. У меня есть все. Так вот, зачем ты напялил этот нелепый плащ? Ой. Похоже, теперь это моя шляпа и плащ тоже. Нет, мое академическое будущее. Просто не могу поверить. Неужели ты правда думал, что это прокатит? Джейк, эй, Джейк! Не волнуйся, я тебя выручу. Хорошо, что у меня есть такие туфли. Просто нужно достать стельку, а теперь мне понадобится ручка. Я могу написать на стельке все, что мне нужно. Сюда влезают все уравнения. Кому нужна зубрежка, если есть обувь и ручка? А теперь положу стельку обратно в туфлю. Лежите смирненько, уравнение. Вы мне скоро понадобитесь. Ты даже не представляешь, что у меня есть, Джейк.
Ведь у меня есть такая надежная туфля. Зачем ты суешь мне под нос свою грязную туфлю? Это не поможет мне написать контрольную. Дело не в туфле, а в том, что скрыто внутри. Эти потрясающие размытые уравнения. Что? Размытые? Что же произошло с моей шпаргалкой? Все чернила стерлись. Вся эта математика теперь на моей ноге. Как и все мое академическое будущее. Прекратите уже болтать и возвращайтесь к заваливанию контрольной. А ведь я потратила кучу времени на написание этих уравнений. Как хорошо, что я пришла пораньше. Никого нет, и можно спокойно поработать. У меня есть моя маленькая бумажка, и скоро шпаргалка будет готова. Просто сверю ответы с теми, что хранятся у меня в телефоне. Я даже списать это правильно не могу. Ничего страшного, вот для чего нужен ластик. О нет, моя шпаргалка! Если бы я могла склеить их вместе... Я могу! Есть отличная идея! Скотч меня спасет! Подождите-ка! Скотч может справиться с чем угодно! Для начала мне понадобится полоска бумаги той же ширины, что и клейкая лента. А теперь пора написать все, что нужно. Ах, алгебра! Но почему же ты такая сложная? Пришло время двустороннего скотча. Мне понадобится длинная полоска, но действовать нужно осторожно, чтобы не сорвать ее с диспенсера. Теперь аккуратно приклею полоски бумаги к скотчу. Просто идеально! Осталось аккуратно свернуть ленту обратно в диспенсер. Все отлично держится! Готово! Никто и не заметит! О, дорогой диспенсер с лентой, ты поможешь мне получить пятерку? Только взгляните на эти милые уравнения. Ух ты, Кейт, ты сегодня рано. Посмотри, что я сделала. Шпаргалка с формулами готова к использованию. Честно говоря, это самая умная вещь, которую я у тебя видел. Что ж, настало время провалить еще одну контрольную по алгебре. Ну ладно, ленточка, надеюсь, ты меня не подведешь. Просто не терпится написать эту контрольную. Вот тебе задание, Кейт. Спасибо, мистер Кларкман. Приступайте к работе. Пришло время моей волшебной ленточки. Все на месте. А вот и ответ на первое задание. И на второе, и третье тоже. Так, осталось только задание номер 4. Подождите-ка, и где же решение? Ладно, проверю ленту как следует. Ответ должен быть где-то здесь, или дальше. Но должен же он быть хоть где-нибудь. О, Кейт, ты похожа на мумию. Браво, Кейт. А теперь вон из класса. Ладно. Ну ты даешь. Так приятно играть с этой штукой. А попробуйте нарисовать это. Я обожаю попыты. Хорошо. Джен выбрала красочный путь. Но у меня есть более оригинальная идея. Возьмем-ка расческу. Сначала наклеиваем скотч. Затем добавляем краску вот так. И делаем классный узор с помощью расчески. Так цвета выглядят еще гармоничнее. Гораздо круче, чем мазки кистью. Осталось отлепить скотч, и вуаля, ровные края. Вот видите, ух ты, отлично сработало. Моя расческа, что ты с ней сделала? Это мое. Извини. Никакого уважения. Помиримся, хочешь конфет? Не думаю. Секундочку. Ладно, давай их сюда.
Должно выйти интересно. Фиолетовая – моя любимая. Ты будешь на верхушке. Теперь совсем другое дело. И очень похоже на поп-ит. Здорово. Итак, что у вас получилось? Вот моя картинка. Очень занятно. Но, Дженнифер... Настоящий шедевр. Итак, победителю достается... Воу! Я не знала, что бывает дождь из поп-итов. Давайте превратим этот скучный чехол для телефона в нечто более интересное. Нам нужна только 3D-ручка. Сначала обведем объективы камер, а затем пройдемся по краю чехла. Мне нравится этот цвет, он такой яркий. Затем пройдемся по бокам чехла, не пропустите эту часть. После этого нарисуем диагональные линии по всему чехлу. Вот так. То же самое в противоположном направлении. Выглядит неплохо. Теперь перевернем телефон. О, посмотрите на эту рожицу. Нам понадобится это изображение Blue. Обведем его 3D-ручкой. Это намного проще, чем рисовать от руки. Теперь закрашиваем. Главное не заехать на глаза. Их мы закрасим белым пластиком. Рисуем диагональные линии. Теперь нарисуем крестик для его глаза. Закончив с глазами, приступаем к короне. Разумеется, ее мы закрасим желтым. Надо было идти в художники. Снимаем рисунок с экрана и переворачиваем телефон обратно. Приклеим к нему синего. Совсем другое дело. Вот это я понимаю, чехол. Идеально. Надо быстро подкрасить губы. Где же она? Так-то лучше. А, я как раз ее искала. Спасибо, Энни. А, что ты делаешь? Нет, не надо. Мне нравится этот оттенок. Это мое. Заруби себе на носу. Надо же, какая обидчивая. Да как ты смеешь? Прекрати, Эва. Я серьезно. Это начинает раздражать. Хватит. Смотри. Как красиво. Я тоже так могу. Как тебе такое? Ах так? Вот тебе. Мне она идет больше, чем тебе. Ты похожа на клоуна. Очень страшного клоуна. Стоп, с меня хватит. Ха, она моя и только моя. Хорошая попытка, Энни. Ой-ой, кажется, это и правда была не моя помада. Как неловко. Надо извиниться перед Энни. Подождите, у меня есть идея. Мне понадобится 3D-ручка. Сделаем с помощью нее петлю вокруг тюбика помады. Продолжаем наматывать петельки. Слой за слоем, вот так, постепенно двигаясь к краю тюбика. Затем, дойдя до конца, начинаем закрашивать донышко. Нужно полностью его покрыть. Прекрасно! Нарисуем букву А с помощью 3D-ручки. И приклеим ее к тюбику. Вот и все, готово! О, а вот Энни. Энни, это для тебя. А? Что это? Это моя помада. Вау, как круто. Спасибо, Эва. Мне так жаль. Смотри, что я нашла. Не может быть, они одинаковые. Oh!
никак не налюбуюсь этим ожерельем. Ну просто, вау! Мне так повезло, оно такое красивое. Ай, больно. О нет, мое ожерелье. Оно сломалось. Ну как так? О, смотрите-ка, может я смогу его починить? Ау, есть кто-нибудь? Какой качественный точечный шов. Эй! Ю-у-у! Я здесь! А? Чего тебе? О, привет, Энни! Заходи! Ага, ты уверена? Как дела? Я сломала ожерелье. Да, оно определенно сломано. Но я могу его починить. Посмотрим, что тут у нас. Ремонту не подлежит. Ему место на помойке. Но это мое любимое. Шш, не говори ерунды. Я смастерю тебе кое-что получше. Смотри. Ты в порядке? Это не совсем в моем стиле. Я еще не закончила. Не, я не фанат. Это немного дико. Ого, как ты привередлива в выборе украшений. У меня кончились идеи. Должен же быть хоть какой-то выход. Секундочку, я знаю, что делать. Нам понадобится попыт. Заполним ямочку пластиком из 3D-ручки, продолжаем, двигаясь вдоль всего ряда. Затем положим вдоль ряда цепочку и покроем ее еще одним слоем пластика. Не оставляйте пропусков, дождемся, пока пластик затвердеет. И достаем ожерелье из попыта. Примерь! Ну как? Хочу посмотреть. Ух ты, похоже на цветы. Не верится, что ты сама это сделала. Эва, оно великолепно. Спасибо. Ну что ты, это моя работа. А? Угу. Оу, вау. Эй, опс. Приветики! Как тебе моя новая куртка? Купила по акции, скидку 50%. Мне кажется, просто супер. Ага, мило, я поняла. Зацени-ка лучше мою новую куртку. А что скажешь про мой новый чехол для телефона? Блестки – это прошлый век, у меня попает. Ну и ладно, у меня еще новая тетрадь. Я украсила ее стикерами. Сердечки, звездочки и даже мороженое на палочке. Что? Моя тетрадь такая скучная и некрасивая. Нет, так дело не пойдет. Должно же быть что-то, что я могу сделать. У меня есть маркеры. Стоп, кажется, у меня появился план. У меня есть маркеры и нож. Обрезаем кончик. И делаем еще пару надрезов, чтобы получилось сердечко. У, смотрите, как миленько. Теперь берем тетрадку, буду использовать маркер как печать. Не обязательно останавливаться на сердечках. Вот так, теперь у меня тоже сердечки и звездочки. Видишь, у меня тоже красивая тетрадь без каких-то там стикеров. Ого, поверить не могу, что ты такое сделала. Вас спасут крутые трюки и лайфхаки. Если вы, например, забыли подготовиться к контрольной. Но в таких случаях нужна полная уверенность, что вас не поймают со шпаргалкой. Ну что ж, мистер Кларкман ничего не подозревает. Правильно, контрольная. Ага, понимаю. Потому что я готов. Кейт, смотри, что у меня есть. Ну ничего себе! Джейк, ты реально крут, ничего не скажешь. Да, я в курсе. Геометрия, английский. У меня есть все. Так вот, зачем ты напялил этот нелепый плащ? Ой. Похоже, теперь это моя шляпа. И плащ тоже. Нет, мое академическое будущее. Просто не могу поверить. Неужели ты правда думал, что это прокатит? Джейк. Эй, Джейк. Не волнуйся, я тебя выручу. Хорошо, что у меня есть такие туфли. Просто нужно достать стельку, а теперь мне понадобится ручка. Я могу написать на стельке все, что мне нужно. Сюда влезают все уравнения. Кому нужна зубрежка, если есть обувь и ручка?
А теперь положу стельку обратно в туфлю. Лежите смирненько, уравнение. Вы мне скоро понадобитесь. Ты даже не представляешь, что у меня есть, Джейк. Ведь у меня есть такая надежная туфля. Зачем ты суешь мне под нос свою грязную туфлю? Это не поможет мне написать контрольную. Дело не в туфле, а в том, что скрыто внутри. Эти потрясающие размытые уравнения. Что? Размытые? Что же произошло с моей шпаргалкой? Все чернила стерлись. Вся эта математика теперь на моей ноге. Как и все мое академическое будущее. Прекратите уже болтать и возвращайтесь к заваливанию контрольной. А ведь я потратила кучу времени на написание этих уравнений. Как хорошо, что я пришла пораньше. Никого нет, и можно спокойно поработать. У меня есть моя маленькая бумажка, и скоро шпаргалка будет готова. Просто сверю ответы с теми, что хранятся у меня в телефоне. Я даже списать это правильно не могу. Ничего страшного, вот для чего нужен ластик. О нет, моя шпаргалка! Если бы я могла склеить их вместе... Я могу! Есть отличная идея! Скотч меня спасет! Подождите-ка! Скотч может справиться с чем угодно! Для начала мне понадобится полоска бумаги той же ширины, что и клейкая лента. А теперь пора написать все, что нужно. Ох, алгебра! Но почему же ты такая сложная? Пришло время двустороннего скотча. Мне понадобится длинная полоска, но действовать нужно осторожно, чтобы не сорвать ее с диспенсера. Теперь аккуратно приклею полоски бумаги к скотчу. Просто идеально! Осталось аккуратно свернуть ленту обратно в диспенсер. Все отлично держится! Готово! Никто и не заметит! О, дорогой диспенсер с лентой, ты поможешь мне получить пятерку? Только взгляните на эти милые уравнения. Ух ты, Кейт, ты сегодня рано. Посмотри, что я сделала. Шпаргалка с формулами готова к использованию. Честно говоря, это самая умная вещь, которую я у тебя видел. Что ж, настало время провалить еще одну контрольную по алгебре. Ну ладно, ленточка, надеюсь, ты меня не подведешь. Просто не терпится написать эту контрольную. Вот тебе задание, Кейт. Спасибо, мистер Кларкман. Приступайте к работе. Пришло время моей волшебной ленточки. Все на месте. А вот и ответ на первое задание. И на второе, и третье тоже. Так, осталось только задание номер 4. Подождите-ка, и где же решение? Ладно, проверю ленту как следует. Ответ должен быть где-то здесь, или дальше. Но должен же он быть хоть где-нибудь. О, Кейт, ты похожа на мумию. Браво, Кейт. А теперь вон из класса. Ладно. Ну ты даешь. Сушу волосы феном. Буду выглядеть лучше всех. Прекрасно. Пора делать домашку. О боже, до чего я люблю эти чипсы. Это задание будет легким. Просто нужно куда-то деть весь этот мусор и включить ноутбук. Почему он не хочет включаться? Думаю, это поможет. Встряхну хорошенько. Ой, надеюсь, этого никто не видел. Но теперь-то он должен заработать. Нет! За что ты так меня ненавидишь, ноутбук? Подождите-ка. Я знаю, что делать. У меня есть 2-литровая пластиковая бутылка и канцелярский ножик. Я отрежу от бутылки верхнюю часть. А теперь мне понадобится салфетка, которую я помещу в отрезанную часть бутылки.
Осталось надеть эту конструкцию на заднюю часть фена. Я готова к войне с крошками. Ха, получился настоящий пылесос. Смотрите, как быстро он собрал все чипсы. Чисто. Отличная работа. Наконец-то время обеда. О, нет! Смотри, Мэдди! Моя новая толстовка! Неужели это пятно? О, боже! Это выглядит, как сама знаешь что. И мне не во что переодеться. Ну же, пятно, убирайся отсюда! А, это ты во всем виновата, Дженнифер. А, может быть, его можно спрятать? Вот, ты можешь надеть мой ремешок. Давай я тебе покажу. Не думаю, что с ним станет лучше. Хотя, если поиграть со складками... Сначала перехватите ремешком талию. Настолько плотно, насколько это возможно. Когда застегнете ремешок, потяните толстовку наверх таким образом, чтобы пятна больше не было видно. Правда же здорово? О, да, ты отлично выглядишь. Фух. Чертить по линейке удобно, а чесаться ей еще и приятно. Какой милый равнобедренный треугольник. Ну, хватит на сегодня геометрии. Пора собираться. Полезай уже. Ох, никак не лезет. Секундочку, я выше этого и умнее. Просто засуну все разом в рюкзак. Ну, вперед, линеечка! Да ты издеваешься? Почему она не влезает? Ой! Линейка, ну зачем ты заставила меня так с тобой поступить? Подождите-ка, может это и к лучшему? Все еще не лезет! Да этот пенал меня просто ненавидит! Ладно. Думаю, я смогу все исправить. Я просто сделала маленькую бумажную линейку, возьму ручку, раскручу ее сзади и достану стержень. Аккуратно вставлю маленькую бумажную линейку внутрь ручки, а после этого засуну стержень обратно. Гениально! Опробую ее с листочком бумаги. Теперь можно использовать ручку и как линейку. Все нужные линии начерчены, но просто идеальный треугольник. Ладно, ага, я все понял. И все линии должны быть идеально ровными, если, конечно, вам нужна пятерка. Вот и моя очередь блеснуть. Расстегиваем молнию и бабах! Линейка-ручка спешит на помощь. Фу! Да что же это такое? Здесь все в чернилах. Так нечестно! Моя рука! И лицо! И вообще все! Скучаете? Что ж, тогда следующий раунд. Поппи Плейтайм! О, с этим я разберусь. И моего чудесного теста точно хватит. Хорошо, займемся творчеством. Желтый контур готов. Теперь возьмем красное тесто. Даже простую форму начинаем с контура, чтобы потом можно было закрасить. Вот, смотрите. В противном случае тесто растечется повсюду. Нам это не нужно, так картинку не сделать. Получится лишь красочная мешанина из теста. Дальше сделаем глаза. Начну с маленьких черных точек. А затем добавим зеленые точки сверху и снизу. Выглядит отлично. Дадим немного запечься. Почти как настоящий блинчик. Хорошо, эта сторона готова. Время перевернуть. Вот так, замечательно. Дело сделано. Он отлично поджарился. О, вау, мне очень нравится. А что об эти? О, не буду давать чаевые официанту. Что такое? Эй, проснись. А? Что? Я не сплю. О, когда он успел все закончить? Давай, Дживс, кыш отсюда. Мне нужно сделать лучше, чем у Лиама. Ну ладно, третья ручка. За работу. Начинаем творить. Как всегда, начну с черного силуэта. Это будут глаза. Закрасим их. Теперь добавим цвета и будем закрашивать остальное. Переходим на фиолетовый, а затем на розовый.
Добавим немного красного и немного белого сверху. Пиджей готов. Такой милашка. А вот и моя работа. Нет сомнений, она круче. Подумаешь, ничего особенного. Кролик Банни рулит. Побеждает Лиам. Вот так-то, Бетти. Похоже, я снова лучший. Ты такой симпатичный. Эй, Луна, отлично выглядишь. Это так неловко. И так раздражает. Ну все, вы двое меня достали. Вау, успокойся. Есть идея. Я знаю, как говорить с Кевином, не раздражая Шерил. Сперва наклею на блокнот скотч. Хорошо. Теперь вырежем квадрат из этой губки. Вот так. Нанесем немного клея. И этого хватит. Приклеим кусок губки к маркеру и напишем сообщение Кевину. Готово. Эй, передай это Кевину. Держи, это тебе. Здорово, мне надо ответить. Чем этот метод лучше, а? Я скажу учительнице мисс. Я это возьму. Надо стереть сообщение. Не могу дождаться вечера. Дай сюда, мисс. Посмотрите. Да, Шерил. Смотрите, они обмениваются записками. Но здесь была переписка. Не отвлекай меня, Шерил. Тут была записка. Я ее видела. О нет, мой тест. Плохие дела. Нет. Увидимся после школы. Скорей бы. Разбиваем яйца и осторожно сливаем белок. Вот так. Нужно, чтобы у нас остался только желток. Видите? Все просто. Эй! А? Зацени вот это. Не очень хорошо получилось. Вот как надо делать, Эмма. Берем зубчик чеснока и натираем им пальцы. Что он делает? А теперь настоящее волшебство. Ага. Та-да! Но как? Учебники – это сплошной обман. Да просто кулинарный лайфхак. Ну все, Лиам – ученик месяца. Круто! О, не так быстро! Да, я абсолютный чемпион! Нет! Мой леденец! Постой! Он закатился туда, верно? Не могу найти. Что? Что? Упс, извини. Где он? Что это? Плохие дела. Я нашла твой леденец, Лиам. У него что, шевелюра выросла? Я это есть не буду. Пожалуй, ты прав. Но это можно исправить. Вот. Нет, даже не думай. Лиам, ну же, погоди. Чувствую себя худшим другом на свете. Нужно хотя бы перекусить. Ну, конечно. Нарежем яблоко вот так. Окунем ломтик в йогурт. И добавим разноцветные обсыпки. Дайте чуть-чуть полежать. И вуаля! О, Лиам! Вот тебе новый леденец. Забудь про эту штуку. Круто! Давай вместе их попробуем. Он намного больше прежнего. И гораздо сочнее. Как здорово, что ты сделала несколько. Они просто супер. Вау! Погляди на эту кухню. Послушай. Отличная идея. Давай. Классно. Сейчас попробую я. На старт. Внимание.
Это было эпично. Обычная белая подушка. Вот так-то лучше. Чему бы еще добавить цвета? Это будет мощно. Да! Даже бытовые вещи могут быть красивыми. И Пупи, и ты тоже. А как насчет радужной шляпы? Круто! Вау! Теперь моя очередь. Я всегда хотела радужные волосы. Думаешь, у нас получится с блинчиками? А? Сломалась, что ли? Дай мне попробовать. Давай! Нет, все еще коричневые. Да, похоже, батарейки сели. Погоди, есть идея. Используем мои цветные ручки. Покрасим блинчики вручную. Нет уж. У меня есть кое-что более съедобное. Просто добавим в тесто пищевой краситель. Такой шикарный оттенок красного. И отправляем на сковородку. Получилось целая радуга. Та-да! Обошлись без магии. Ты это слышала? Что тут происходит? Кто-то приготовил мне завтрак? Никогда не видела ничего круче. Надеюсь, так будет каждое утро. Добро пожаловать на вечеринку. Теперь будем ждать гостей. Да! Хочешь пока конфеток? Но здесь только желтые. Это еще и зеленая вечеринка, Эмма. Видишь? Вот так намного лучше. Ты думаешь, что зеленый лучше? В центре должен быть желтый. Нет, зеленый. Да. Неужели? Ну, держись. Я готов к поединку. Ты в этом уверен? Подвинь свою чашу, окей? Это нечестно. Желтый — это отстой, Эмма. Нет. Погляди, что ты наделала. Что ж, нужно начинать заново. Хотя, придумала. Что если мы соединим цвета? Сперва расплавим зеленые конфеты. Затем добавим жирных сливок. Смешаем и разольем в наклонные стаканы. Осторожно, не надо наполнять доверху. Теперь добавим следующий цвет. Заморозим и можно подавать. Классно! Кому хочется чего-то послаще? Десерты с лимоном и лаймом. Приятного аппетита! Они твердые. Нужно доставать вот так. Нужна ложка. Начинаем веселиться. Мне так хочется хлеба. Время сделать тосты. А пока начну резать масло. Ну ладно. Готово? Идеально поджарились. О, а теперь намажем масло. Мне нравится, когда его побольше. Но почему оно прилипает к ножу? Эй! Прекрати это, ладно? Бесполезно! Отлипни! Так, спокойно. Ну все, раз не хочешь по-хорошему, поехали! Эмма, что ты делаешь? Меня это достало. И режем. Вот так. Ух ты, впечатляет. Не отлипло, еще раз. Еще одно яблоко. Потрясающе. Давай теперь киви и апельсин. Кто заказывал фруктовый салат? Момент, и свежие кусочки летят к вам. Кидай еще. Я. Серьезно? Что не так с этим маслом? Я знаю, что делать. Оберните лезвие вощеной бумагой, и масло не будет прилипать. Аккуратные кусочки готовы. Осталось только взять подходящий контейнер. Кладем масло на хлеб и без труда намазываем. Твое здоровье!
А теперь добавляем муку. Есть вопросы? Не спать, ребята. Да, сэр. Отлично. Теперь глядите внимательно. Видите вот это? Вам нужно сделать такие же. Быстро за работу. Ну, хорошо, приступим. Постойте, что дальше? Я не следую рецептам. Я просто добавляю все, что мне по нраву. Прошу прощения, так не пойдет. А думаешь? Уверена, я смогу подглядеть. О, нет, его стакан. Держу, держу. Есть. Кто-нибудь это видел? Оставлю у себя. Может, даже использую. Сперва надо все подготовить. Теперь берем стакан и вуаля. А сейчас самое прикольное. Обмакнем это в яйцо и муку. Еще немножко. А теперь обжарим. Глядите, как классно выходит. Теперь режем. И наслаждаемся сочетанием мяса и сыра. Не забудем про приправы. Эй, у меня все готово. И заканчиваем. А? Что это такое? Белиссимо! Невероятно! Ну, что сказать, у меня талант. Все еще работаешь, Лиам? В следующий раз сделаю про запас. Этой штуки нет в учебнике. Интересно. Эмма, эй, погляди-ка. Твои любимые вкусняшки. Нет, это или это? Ну, думаю, я здесь весь день проведу. Маршмеллоу. Шоколад. Уже почти время ужинать. Ну, наверное... Знаешь что, вот это... Да! Хотя, может быть, нет. Я здесь помру, не иначе. Лиам! О, боже! Хватит! Это не работает. Но мне есть хочется. Зачем выбирать что-то одно, если можно съесть все? Кладем ингредиенты вот так. Запекаем и добавляем несколько крекеров. Получился классный десерт. Больше никаких мук выбора. Привет, сочный ананас. Настоящий вкус солнечного лета. А теперь следующий. Лиам, эй! Что это за безобразие? Тебе лучше скорее тут прибраться. Ты слишком много беспокоишься. У тебя есть еще один. Это может сработать. Пока! Готовы сделать что-то творческое с этим колючим фруктом? Протыкаем вот так насквозь. Теперь срежем корочку ножом. У нас осталось только мякоть. И вот так. Нарежем кусочками. Идеально, не правда ли? Можно присоединиться. Wow. Видишь? Никакой грязи. Удивительно! Вот как нужно делать. Ладно, вот это место подойдет. Да? Деревья, природа, все, что нужно. Зажигаем. Поехали. Не знаю. Что? Эй, хватит подсматривать. Подумаешь. Ладно, тогда пойду вот сюда. Что бы мне нарисовать? Ну, конечно! Он такой милашка. Надеюсь, Дэвид его не видел. Я его первой заметила. Ну да, пусть победит сильнейший. Из нескольких кружочков выйдет что угодно. Просто нужно знать, где добавлять линии. Неплохо, да? Но мы еще не добавляли красок. Желтый цвет такой радостный. Он идеален для этой веселой птички. А что, если добавить зеленого? Такой спокойный оттенок. И не забудем про голубой. Настоящая услада для глаз.
Лучше всегда сначала обозначать края. Это отлично выделяет рисунок. Почти готово! Еще парочку финальных штрихов. Вот как это делается! Настоящий шедевр искусства! Вы согласны? Да, я вполне доволен собой. Что это такое? Я решила, рука помощи не помешает. Оказывается, это все, что нужно. Ну и еще несколько точек и линий в нужных местах. Вы уже можете различить голову птицы. Не волнуйтесь, сейчас все увидите. Эти веточки нам помогут. А вот и милые лапки птички. Добавим зелени. По-моему, очень красиво. Теперь вам видно птичку? Я такая умная. Что ж, если ты и впрямь хочешь это видеть, по-моему, неплохо. О! Думаю, они оба очень хороши. Может, спросим учителя? Серьезно? Надеюсь, он в порядке. Кажется, он просто крепко спит. Эй! О-о-о! Вы готовы, а? О-о-о! Отличная работа! Теперь дайте мне еще 5 минут. Без проблем. Ты такой мягкий и пушистый. А, можно я подержу? О, у меня появилась идея. Нарисуйте кошку. Я надеялась, что вы это скажете. Не так быстро. Давайте немного усложним задачу. Я хочу, чтобы вы рисовали с завязанными глазами. Что? Да ладно. Подождите. Но повязка только одна. Мы должны делиться. Я придумала. Можем сыграть. Кто проиграет, тот и надевает повязку. Ага. Ты хочешь играть со мной? Хорошо, это будет справедливо. Вперед! Я выиграла! Ю-ху! Мне просто не повезло. Пора приступать к работе. Я ничего не вижу без очков. И боюсь темноты. А где же фломастер? А, нашла. Я надеюсь, что у меня все получится. Ну как? Я лучше промолчу. Думаю, мне пора начинать. Что же придумать? Подождите. Что это? Этот пример может мне помочь. Вот оно, это ответ. Кто бы мог подумать, что математика мне пригодится. Отлично. Сначала я нарисую цифру 5. Затем 2 нуля здесь. Я добавлю линии внутри нулей. Этот большой круг будет мордой кошки. Я нарисую нос и усы. А потом 2 сонных глаза. Потом я нарисую уши. Я соединю это с цифрой 5. Затем я нарисую хвост. Хорошо получается. Я сделаю кошку полосатой. Отлично. А потом ее можно будет раскрасить. Для полос я использую темно-коричневый цвет, а тело я раскрашу светло-коричневым карандашом. Получится отличный контраст. А, это прекрасно. Взгляните, никого не напоминает? Вау, как похоже на мою кошечку. Я знала, что вам понравится. Как дела? У меня хорошее предчувствие. Нет, не важно. Это не самая лучшая моя работа. Издалека это и правда похоже на кошку. Серьезно? Я думаю, что здесь есть явный победитель. Давайте, скажите это. Итак, Лиззи. Подожди. Я так старалась. О, не нужно грустить. Я не знаю, что делать. Хорошо. Вы обе победили. Вот так. Вы что, издеваетесь? Серьезно? Это всегда меня выручает. Это шутка какая-то. Ну, наконец-то. Ничто не сравнится с чашкой горячего чая. О, чуть не забыла. У меня есть кое-что. Вкусный леденец. Разве это не аппетитно? Думаю, я это заслужила. И что же нам с этим делать? Нужно что-то придумать. О, у меня есть идея. У меня тоже есть леденец. Я думала съесть его позже. Но он нужен мне сейчас. Я положу его здесь, и он поможет мне нарисовать рисунок. Отлично. Теперь я раскрашу его в синий цвет. Для палочки я использую красный цвет. У меня слюнки текут. С помощью корректора я нарисую блики. А простым карандашом тени. Так рисунок будет выглядеть более реалистично. Мне это больше не нужно. Эй! Да? Это вам.
Правда? Это так мило. Я люблю леденцы. А? Я не могу его поднять. Какой-то он скользкий. В чем дело? Ха, вы поверили? Это же рисунок. Ты меня обманула. Я этого так не оставлю. Сначала я сложу лист бумаги. Я хочу, чтобы получилась складка. Затем я начну рисовать. Это должно быть похоже на леденец. Это будет палочка. Теперь можно раскрашивать. Верхнюю половину я сделаю красной. А нижнюю – зеленой. Я добавлю несколько деталей. Отлично. Теперь я раскрою лист и проведу длинную красную линию. Я хочу соединить обе половины. Теперь нужно поменять цвет. Я хочу создать эффект радуги. Потрясающе! Теперь можно сложить лист. Это весело! Смотрите скорее! Это все? Я вас умоляю! Подождите, что-то не так! Я не могу поднять бумагу! Что происходит? Я знаю! Это в ваших рук дело, да? Что? Я понятия не имею, о чем ты. Это еще не конец. А я думаю, что конец. Вау, какая красота! Очень необычно. Вы должны гордиться собой. А что у тебя, Лиззи? Подождите. Я жду. Дайте мне секундочку. Я разочарована, Лиззи. Ну что же, вы победили. О, спасибо. Это было подло. Так, все телефоны у меня. Секундочку. Нет-нет-нет, она забирает все телефоны. Она не пустит меня, если я их не сдам. Так, придется их спрятать. В карманы и типа куда угодно. Окей, хорошо. Думаю, я готов проскользнуть с телефонами. Стоп, один лучше сдать, чтобы она ничего не заподозрила. Держите, это мой телефон, он мне не нужен. Фу, отлично, получилось. Она даже не догадывается. Итак, ученики, сегодня у нас контрольная. Время ограничено, так что, пожалуйста, приступайте. Так, пора доставать мой первый телефон. А, я забыл его зарядить. Проверим тот, что под кепкой. Он мне точно поможет. Ой. Что это за звук? Кажется, показалось. Фу, пронесло. Ладно, надо достать телефон так, чтобы она не заметила. Нет, экран разбился после падения. Окей, придется взять другой. Тот, что у меня в капюшоне. Наконец-то, напишем контрольную на отлично. Что там происходит? Он там точно телефон прячет? Нужно его проучить. Что? Куда делся свет? Оу, эй, псс. Экран твоего телефона светится. Не может быть. Да вы издеваетесь. Ага, вижу, у тебя там телефон. Думал, ты самый умный? Так, кажется, я забрала все твои телефоны. Поверить не могу, что ты их столько пронес. Нет, что же мне теперь делать? Стоп, что это там у нее? Откуда у нее под столом телефон? Я страшно завидую. Эй, впечатляет. Это? Да это легко, я использовала скотч. Скотч, ты гений! Нет, урок уже закончился. Интересно, что нас ждет дальше. Подождите. Алло? Просыпайтесь! Хей! Такой сочный. Подождите секунду, я сейчас вернусь. О, да. А? Где я? Хей! Ух ты, сработало! Извините, я, наверное, отвлеклась. Вот ваше следующее задание. Я хочу, чтобы вы нарисовали бургер. И он должен быть аппетитным. А как? Это будет непросто. Подождите, ответ лежит прямо на поверхности. Все очень просто. Я положу поп-ит. Затем я нанесу краску по краю. Сначала я буду использовать оранжевую краску. Затем я заполню выемки. Затем зеленой краской я раскрашу салат. У меня аппетит разыгрался. Как только все будет готово, я переверну поп-ит и надавлю на выемки. О, это приятно! Мне нравится этот челлендж. Это необычно и весело. Хорошо, нужно сосредоточиться и осторожно поднять поп-ит. Получился бургер. Выглядит очень аппетитно. Смотрите. Не думаю, что вы справитесь лучше. Оу, я поставлю тебе 5 за старание. По крайней мере, ты попыталась. Секундочку. Ах, вот что я ищу.
Я оплатила экспресс-доставку. О, спасибо. Выглядит аппетитно, но я его не буду есть. Пока. Я сделаю вот так. Выглядит хорошо. Подождите, все пошло не по плану. Как я могла так ошибиться? Он должен быть у меня. Пора немного порыбачить. Есть. Теперь нужно просто потянуть. Иди к маме. Вы должны это увидеть. Я знаю, что делать. Я проведу линию через круг. Нужно разделить его. Теперь это похоже на бургер. К счастью, у меня есть образец. Но мне так казалось. Упс, вы что-то потеряли? Он был прямо здесь. Что-то не так? Время вышло. Покажите свои рисунки. Но, мой бургер. Надеюсь, вам понравится. Это так несправедливо. Понятия не имею, о чем вы. Превосходно, Лиззи. Что это? Вам повезет в следующий раз. Лиззи побеждает. Я этого не забуду. Не-не. Готовы к следующему раунду? Подождите, мне кто-то пишет. Что? Моя внучка? О, нет. Я совсем забыла. У меня нет на это времени. Бабуля! Это так трогательно. Рада тебя видеть, зайчик. О, краски. Нет, не трогай это. Ты злая. Ничего страшного, там есть еще. О, нет, нельзя. Но я хочу рисовать. Ты никогда не разрешаешь мне веселиться. Пожалуйста, не плачь. Вот, возьми фломастер. Можешь нарисовать красивую картинку. Хорошо, сейчас. Я точно знаю, что нужно делать. Все будут в восторге. Это моя рука. Тебе нравится? Вау, ты гений. Это вдохновило меня. За работу. Я обведу свою руку. Затем я проведу две горизонтальные линии. И кое-что добавлю. Вы будете очень удивлены. Теперь мне нужно нарисовать клюв и крыло. Отлично. Теперь рисунок нужно раскрасить. Для клюва я использую красный цвет. Я хочу, чтобы он был ярким и красочным. Он должен выглядеть экзотично. Я закончила. Получилось как раз то, чего я хотела. Взгляните. Неплохо, да? Ух ты! Бабуля, смотри! Она сделала это с помощью руки. Вау, она такая талантливая. Это не так уж и хорошо. Сейчас я вас удивлю. Я положу ладонь на лист бумаги и оттопырю большой палец. Затем я обведу ладонь. Но оставлю небольшой зазор вот здесь. Я нарисую тут волнистую линию. Потом на большом пальце я нарисую счастливую мордочку. Это так мило. Теперь мне понадобятся две маленькие антенны. Я проведу линии вот здесь. А потом я превращу ладонь в листок. Это довольно просто. Теперь можно раскрашивать. Для листа я использую зеленый цвет. А вот этот цвет идеально подойдет для моей гусеницы. Вау, она такая голодная. Я раскрашу ее язык в красный цвет. Впечатляющая работа. Ешь, малыш. Неплохо. Но моя птица лучше. Думаю, мы скоро все узнаем. Выбирай победителя. Ничего себе, какая ответственность. Мне нравится красивая птица. Я тут. Эй, бабуля, кажется, я приняла решение. Оу, ладно, и победила дружба. Правда? Вау, отлично. Какой набор для творчества. Я ей завидую. Ну и как мне этим пользоваться? Может, смогу починить кисточку? Нужно лишь добыть волосы, надеюсь, Сара не заметит. Этого достаточно. Прикреплю их к кисти. Вот теперь можно рисовать. О, это выглядит знакомо. Типа, очень знакомо. Это мои волосы? Мои волосы, что ты натворила? Дай мне это! Сейчас еще больше отрежу. Прекратите сейчас же, на это может быть один ответ. Штрафной класс... Окей, этого я не ожидала. Где это мы? Привет! Время для творческого челленджа. Барабан выберет, что вы будете рисовать. Раз, два, три, начали! Цветы? Ладно, должно быть просто. А это обязательно? Я не знаю, что делать. Минуту. Думаю, есть идея. Да, я гений.
Разложу на бумаге свои украшения, а сверху нанесу краски не очень толстым слоем. И я использую разные цвета. Окей, кажется, готово. А теперь подцеплю цепочки кончиком кисти и потащу их по бумаге. Цепочки оставят яркий след, это смешает все краски. Вуаля, моя версия букета. Неплохо, верно? Ого, впечатляет. Теперь можно заняться макияжем. Это мой шанс. Нужно выглядеть безупречно, поддерживать репутацию. Да, отлично. Именно то, что мне нужно. Теперь я могу создать свой цветок. Нанесу краску этой кисточкой для макияжа, а затем переключусь на зеленую краску. Смотрится отлично. Осталось добавить детали. Вот и все. Да чего красиво! Надо положить на место. Что ты делаешь? Ничего. Хорошо, не отвлекай меня от макияжа. Я выгляжу роскошно. О, время вышло. Ну, что вы думаете? Поразительно, верно? Мой более изящный. Отличная работа. Очень интересно, Сара. Я знала, что вам понравится. Не может быть. Что тут смешного? У тебя на лице краска. Моя прекрасная кожа, о нет. Это настоящий шедевр, Сара. Покажи его миру. Ваши рисунки восхитительны. Вы обе умницы. Ваше следующее задание – нарисовать единорога. Да, я люблю единорогов. Это ведь как лошадь, да? Я не умею рисовать животных. Пс! Что? Зацените-ка. Сколько денег! И они ваши, если нарисуете мне единорога. Сара, я разочарована. Нет, рисуй сама. Как скажете. Я проиграю этот раунд. Не слишком ли драматично? У меня есть отличный лайфхак. Положу ладонь на бумагу и обведу контур. А теперь детали. Это супер простой способ нарисовать единорога. Добавим разных цветов. Розовый подойдет идеально. Ах, как мило! Покрасим ему рог. Так быстро получилось! Все готово. А, только поглядите. Чему ты так радуешься? Это подкинуло мне идею. Можно скопировать работу Молли. Но мой единорог будет богатым. Из этого выйдет отличный рог. Хорошее искусство стоит денег. Ну, как вам? Серьезно, это копия моего рисунка. Нет, мой стоит дороже. Мисс, вы с нами? О, надо же, чудесно. Вы обе хорошо постарались. Я настоящий художник. Ладно, уступлю тебе в этот раз. Упс. Ла-ла-ла-ла-ла. О, извините. Что у нас тут на этот раз? Звезда? Начинайте. Что это? Краски? Ну ладно, можешь взять себе, Молли. О, вот это да! Вау! Сегодня мой счастливый день! Я положила трафарет поверх листа и покрыла кисть красками разных цветов. Начинаю красить поверх трафарета. Эффект просто замечательный. Теперь осторожно уберу трафарет. Вау! Совсем как радуга! Так классно! И это лучшее, что ты смогла? Мне нужно позвонить. Алло? Да, мне нужна помощь. Что здесь происходит? Нарисовать звезду легко. Для профессионала, как я, пар пустяков. Смотрите и учитесь. Хотелось бы чего-то посложнее, но что поделать. И вот так можно начинать аплодировать. Я знаю, я талант. О, вы закончили? О, боже, вы настоящий шедевр. Вы моя муза. Хочу рисовать вас каждый день. Мне лучше уйти. Никогда не встречал такой красоты. Это для вас. Вы так романтичны. Я чувствую вдохновение, когда вы рядом. Идем. И вернитесь, мой рисунок. Это потрясающе. Рисунок получился очень реалистичным. Но есть один момент. Мне нужна краска.
Я нанесу ее на губку. Много краски мне не понадобится. И я буду использовать разные цвета. Теперь я положу губку вот так. Готово! О, вот и она! Доброе утро, дети! Давайте начинать! А? Это что, шутка? Кто это сделал? Ну, признавайтесь. Думаю, мы этого никогда не узнаем. Это же наш директор. Нужно срочно стереть рисунок. Что? Я не понимаю. Полагаю, вы думаете, что это смешно? Нет, я могу объяснить. Я этого не делала, это Лиззи. Как вы смеете? Я это впервые вижу. Ну, одна из вас это нарисовала. Отлично, есть только один выход. Не увольняйте меня. Подождите, что происходит? Где мы находимся? О, это выглядит забавно. Пришло время для челленджа по рисованию. Это будет очень просто. Фух, я думала, что опоздала. Вот моя контрольная работа. Думаю, вы будете приятно удивлены. По-моему, ты попала не в то видео. Но раз уж ты здесь, давай посмотрим. Ладно, пока все хорошо. Я так нервничаю. Интересно. Это хорошо или плохо? Это вам. Это так мило. Знаешь, у меня сегодня хорошее настроение. Вот твоя оценка. Отличная работа. Продолжай в том же духе. 5 с плюсом? Вау. Это вам. А? Мы так не договаривались. А это я забираю. До встречи. Порой я ненавижу эту работу. Она этого не ожидала, да? Вот это поворот. Подожди-ка. У меня появилась идея. Я покрою вилку краской. Затем я прижму ее к листу бумаги. Я сделаю то же самое, но с разными цветами. Вот так. Но это еще не все. Теперь я возьму кисть и аккуратно нанесу сюда зеленую краску. Тогда я смогу нарисовать стебель. То же самое я делаю и с другими цветами. Потом я буду рисовать листья. Если краска смазалась, это не страшно. Так рисунок будет выглядеть еще лучше. Теперь я могу нарисовать траву. Вот и все. Я вполне довольна результатом. Это вам. Выглядит неплохо. Что? Мне нужно что-то придумать. А что у меня в кармане? Не густо. Что мне с этим делать? Я проиграю. Если только... Кажется, я поняла. Нужно положить шарик внутрь. Затем я обмотаю его резинкой. Теперь нужно вывернуть воздушный шарик наизнанку. Вот так. И немного надуть его. Достаточно. Теперь я окуну шарик в краску. Я хочу покрыть его нижнюю часть. И теперь я могу прижать его к бумаге. Отлично. Я сделаю так еще несколько раз. Мне уже нравится. Это будет последний. Теперь мне нужна желтая краска. Я закрашу центр кругов. Затем я возьму зеленую краску и нарисую стебли. Затем я добавлю листья. Вау, мне нравится. Я бы хотела, чтобы кто-нибудь подарил мне такие цветы. Думаю, я закончила. Что скажете? Теперь вы не так уверены в себе, да? Ну, это не нам решать. У вас нет никаких шансов. Фух, наконец-то все закончилось. Подождите, я и это должна оценивать. Хорошо, Лиззи. Идем дальше. Ого, очень необычно. Это сложно, поэтому ничья. Я согласна. Интересно, что нас ждет дальше. Подождите. Алло? Просыпайтесь! Эй! Такой сочный. Подождите секунду. Я сейчас вернусь. О, да. А? Где я? Эй! Ух ты, сработало! Извините, я, наверное, отвлеклась. Вот ваше следующее задание. Я хочу, чтобы вы нарисовали бургер. И он должен быть аппетитным. Как? Это будет непросто. Подождите. Ответ лежит прямо на поверхности. Все очень просто. Я положу поп-ит. Затем я нанесу краску по краю. Сначала я буду использовать оранжевую краску. Затем я заполню выемки. Затем зеленой краской я раскрашу салат. У меня аппетит разыгрался. Как только все будет готово, я переверну поп-ит и надавлю на выемки. О, это приятно. Мне нравится этот челлендж. Это необычно и весело. Хорошо, нужно сосредоточиться. И осторожно поднять поп-ит. Получился бургер. Выглядит очень аппетитно. Смотрите. Не думаю, что вы справитесь лучше. Ау, я поставлю тебе 5 за старание. По крайней мере, ты попыталась. Секундочку. Ах, вот что я ищу. Я оплатила экспресс-доставку.
Ау, спасибо. Выглядит аппетитно, но я его не буду есть. Пока. Я сделаю вот так. Выглядит хорошо. Подождите, все пошло не по плану. Как я могла так ошибиться? Он должен быть у меня. Пора немного порыбачить. Есть. Теперь нужно просто потянуть. Иди к маме. Вы должны это увидеть. Я знаю, что делать. Я проведу линию через круг. Нужно разделить его. Теперь это похоже на бургер. К счастью, у меня есть образец. Но мне так казалось. Упс, вы что-то потеряли? Он был прямо здесь. Что-то не так? Время вышло. Покажите свои рисунки. Но, мой бургер. Надеюсь, вам понравится. Это так несправедливо. Понятия не имею, о чем вы. Превосходно, Лиззи. Что это? Вам повезет в следующий раз. Лиззи побеждает. Я этого не забуду. Не-не. Готовы к следующему раунду? Подождите, мне кто-то пишет. Что? Моя внучка? О, нет. Я совсем забыла. У меня нет на это времени. Бабуля! Это так трогательно. Рада тебя видеть, зайчик. О, краски. Нет, не трогай это. Ты злая. Ничего страшного, там есть еще. О, нет, нельзя. Но я хочу рисовать. Ты никогда не разрешаешь мне веселиться. Пожалуйста, не плачь. Вот, возьми фломастер. Можешь нарисовать красивую картинку. Хорошо, сейчас. Я точно знаю, что нужно делать. Все будут в восторге. Это моя рука. Тебе нравится? Вау, ты гений. Это вдохновило меня. За работу. Я обведу свою руку. Затем я проведу две горизонтальные линии. И кое-что добавлю. Вы будете очень удивлены. Теперь мне нужно нарисовать клюв и крыло. Отлично. Теперь рисунок нужно раскрасить. Для клюва я использую красный цвет. Я хочу, чтобы он был ярким и красочным. Он должен выглядеть экзотично. Я закончила. Получилось как раз то, чего я хотела. Взгляните. Неплохо, да? Ух ты! Бабуля, смотри! Она сделала это с помощью руки. Вау, она такая талантливая. Это не так уж и хорошо. Сейчас я вас удивлю. Я положу ладонь на лист бумаги и оттопырю большой палец. Затем я обведу ладонь. Но оставлю небольшой зазор вот здесь. Я нарисую тут волнистую линию. Потом на большом пальце я нарисую счастливую мордочку. Это так мило. Теперь мне понадобятся две маленькие антенны. Я проведу линию вот здесь. А потом я превращу ладонь в листок. Это довольно просто. Теперь можно раскрашивать. Для листа я использую зеленый цвет. А вот этот цвет идеально подойдет для моей гусеницы. Вау, она такая голодная. Я раскрашу ее язык в красный цвет. Впечатляющая работа. Ешь, малыш. Неплохо. Но моя птица лучше. Думаю, мы скоро все узнаем. Выбирай победителя. Ничего себе, какая ответственность. Мне нравится красивая птица. Я тут. Эй, бабуля, кажется, я приняла решение. Оу, ладно, и победила дружба. Правда? Вау, отлично. Ты такой мягкий и пушистый. А можно я подержу? О, у меня появилась идея. Нарисуйте кошку. Я надеялась, что вы это скажете. Не так быстро. Давайте немного усложним задачу. Я хочу, чтобы вы рисовали с завязанными глазами. Что? Да ладно. Подождите. Но повязка только одна. Мы должны делиться. Я придумала. Можем сыграть. Кто проиграет, тот и надевает повязку. Ага. Ты хочешь играть со мной? Хорошо, это будет справедливо. Вперед! Я выиграла! Ю-ху! Мне просто не повезло. Пора приступать к работе. Я ничего не вижу без очков. И боюсь темноты. А где же фломастер? А, нашла. Я надеюсь, что у меня все получится. Ну как? Я лучше промолчу. Думаю, мне пора начинать. Что же придумать? Подождите, что это? Этот пример может мне помочь. Вот оно, это ответ. Кто бы мог подумать, что математика мне пригодится. Отлично. Сначала я нарисую цифру 5, затем 2 нуля здесь. Я добавлю линии внутри нулей. Этот большой круг будет мордой кошки. Я нарисую нос и усы.
а потом два сонных глаза. Потом я нарисую уши. Я соединю это с цифрой 5. Затем я нарисую хвост. Хорошо получается. Я сделаю кошку полосатой. Отлично. А потом ее можно будет раскрасить. Для полос я использую темно-коричневый цвет, а тело я раскрашу светло-коричневым карандашом. Получится отличный контраст. А, это прекрасно. Взгляните, никого не напоминает? Вау, как похоже на мою кошечку. Я знала, что вам понравится. Как дела? У меня хорошее предчувствие. Нет, не важно. Это не самая лучшая моя работа. Издалека это и правда похоже на кошку. Серьезно? Я думаю, что здесь есть явный победитель. Давайте, скажите это. Итак, Лиззи. Подожди. Я так старалась. О, не нужно грустить. Я не знаю, что делать. Хорошо, вы обе победили. Вот так. Вы что, издеваетесь? Серьезно? Это всегда меня выручает. Это шутка какая-то. Ну, наконец-то. Ничто не сравнится с чашкой горячего чая. О, чуть не забыла. У меня есть кое-что. Вкусный леденец. Разве это не аппетитно? Думаю, я это заслужила. И что же нам с этим делать? Нужно что-то придумать. О, у меня есть идея. У меня тоже есть леденец. Я думала съесть его позже. Но он нужен мне сейчас. Я положу его здесь, и он поможет мне нарисовать рисунок. Отлично. Теперь я раскрашу его в синий цвет. Для палочки я использую красный цвет. У меня слюнки текут. С помощью корректора я нарисую блики. А простым карандашом тени. Так рисунок будет выглядеть более реалистично. Мне это больше не нужно. Эй! Да? Это вам. Правда? Это так мило. Я люблю леденцы. А? Я не могу его поднять. Какой-то он скользкий. В чем дело? Ха, вы поверили. Это же рисунок. Ты меня обманула. Я этого так не оставлю. Сначала я сложу лист бумаги. Я хочу, чтобы получилась складка. Затем я начну рисовать. Это должно быть похоже на леденец. Это будет палочка. Теперь можно раскрашивать. Верхнюю половину я сделаю красной. А нижнюю зеленой. Я добавлю несколько деталей. Отлично. Теперь я раскрою лист. И проведу длинную красную линию. Я хочу соединить обе половины. Теперь нужно поменять цвет. Я хочу создать эффект радуги. Потрясающе! Теперь можно сложить лист. Это весело! Смотрите скорее! Это все? Я вас умоляю. Подождите, что-то не так. Я не могу поднять бумагу. Что происходит? Я знаю. Это в ваших рук дело, да? Что? Я понятия не имею, о чем ты. Это еще не конец. А я думаю, что конец. Вау, какая красота. Очень необычно. Вы должны гордиться собой. А что у тебя, Лиззи? Подождите. Я жду. Дайте мне секундочку. Я разочарована, Лиззи. Ну что же, вы победили. О, спасибо. Это было подло. А, я скоро умру от скуки. Не отказалась бы от сладкой подзарядки. До дна. Оу, Габи, мне и правда надо это сказать? Напитки запрещены, да? И как я догадалась, тут слишком много правил. Я это заберу. Все равно это для тебя вредно. Да и кофе мне уже поднадоел. Это так нечестно. Простите, можно вас? Уже иду. Надо поговорить. О, она мне за это заплатит. А может, немного повеселимся? Она пожалеет, что не выбросила эти стаканчики. Стаканчик номер один – долой донышко, приятель. Она любит колу, тогда она ее получит. Точнее, она так решит.
Возьмем пищевую пленку и закроем все крышкой. Надо только обрезать все лишнее. Она даже не догадается, что там. Надо поторопиться. Так, ты стой тут. Мой план просто идеален. Отлично сработано. Этот мужчина – настоящий гений. Я тоже не промах. Кажется, все в порядке. Странно. Где вся газировка? Начинается! Ай! Только не на юбку! Как? Почему? А что, сразу я? Ладно, я пришла. Отлично. Да тут не меньше сотни листов бумаги. Кажется, мне придется попотеть. Вот, я принес ваш кофе. Двойные сливки, один сахар. Оу, как же это мило. Ты знаешь, как я люблю бобовый сок? Держи. Всего один листочек? Ну и ладно. Привет, красавица. Лжец! Это же совсем нечестно. Тебе крышка, получай! О, это было приятно. Но мечтать не вредно, верно? Попробую хоть немного ему отомстить. Вымещу свой гнев на ней. Оу! Привет, как ты? Пора, она обожает свой кофе, да? Надо, чтобы стакан был пустой, ну почти пустой. Она будет вне себя от ярости. Этого должно хватить. Избавимся от улик. Надо уходить. Фух! Эй! Смотри. Оу, ты такой смешной. Пока. Мой кофе. Как это случилось? Упс. Ну и дела. Но это не кофе. Что? Я этого не делал. Это не мое. Попался. А сегодня тут даже весело. Давай, сумка, не отставай. Не могу поверить, я рассыпала все вещи. Что такое? Да ладно, как это возможно? Молодец, сумка, ты отлично справилась. Время перекусить. Это я не очень люблю. Ау, в чем дело? Может, это яблоко утолит мой аппетит? Какое-то безвкусное. Ау! Опять? Да что ж такое? Осторожнее! Пить хочется. Ау, здесь больше ничего не осталось. В этот раз я поймала. Вау! Какая у тебя классная сумка! Она намного круче моей. Эй, можно? Я хочу сделать селфи с тобой и твоей сумкой. Ага, конечно. Давай. Ничего себе! У нее такая чудесная сумка. Я тоже должен попасть на эти фото. Эта сумка идеальна для школы, мисс. Поздравляю! Не могу поверить, что это происходит. Одну секунду. Эта пластиковая бутылка как раз то, что надо. Приступаем к творчеству. Возьмем застежку-молнию и, конечно же, бутылку. Обернем это вокруг бутылки вот так. Расстегнем застежку. Теперь можно сделать надрез на бутылке. Вуаля! Получился стильный пенал. Покрасим его серебристой краской и добавим языки пламени. У нас вышла ракета. Откроем пенал и вставим свернутый лист в плотной бумаге. А теперь пора положить внутрь все мои ручки и карандаши. И не забудем вкусняшки. Пару сладких батончиков. Теперь застегиваем, и все готово. Пора похвастаться моим ракетным ранцем. Мой ранец смотрится круче ваших. И я в любой момент могу подкрепиться. Эти ракетные двигатели оправдали мои ожидания. Плюс мне очень нравятся твои... Воу!
Прости, мне нужно идти. Эй, можно посмотреть твой рюкзак? Такое прикольное пламя. Вау. Ого, не поделишься сладостями. Супер. Ау, так много внимания. Это чересчур. Ужасно. Нет. С меня хватит. Отойдите. Что такое? Пока-пока, школа. Не может быть. Куда она делась? Улетела в космос? Вау, это точно был лучший ранец на свете. Что ж, может, мой тоже кое-на-что способен. Ранец, доставь меня в космос. Здесь так тихо и спокойно. Мне очень нравится. Слишком много деревьев в этом лесу. О, сколько времени? О, боже. Посмотрим, все готовы к началу урока? Не похоже. Ну ладно, мы начинаем. Я приготовила для вас циркули. Вы должны нарисовать круги, как вот эти, на доске. Окей, выходите к доске и берите циркули за работу. Ну вот, поверить не могу, какой отстой. Каждый берет по циркулю и делает, как я сказала. Эй, минуту, а мне не досталось. А? Что такое? Она снова уснула. И что мне теперь делать? Да что за день такой? Как мне быть? Разве можно нарисовать круги без циркуля? Из инструментов у меня одна линейка. Не могу понять, как он вообще работает. Бесполезная штуковина. Никакой круг не выходит. Да ладно, у Джейка есть циркуль, но он не умеет им пользоваться. Как же бесит эта штука, такая неудобная. О, достал уже. Вау, у нее тоже проблемы. Эй, я знаю, что делать, просто раздвину его и вуаля. Круто? Может, у меня лучше выйдет с моей линейкой. Попробую обвести вот так. О, нет, это не работает. А может, удастся обойтись совсем без линейки? Не выходит. Ну же, линейка, нужна твоя помощь. А, кажется, у меня есть идея. Нанесу на линейку отметки через каждые 2 сантиметра по всей ее длине. Хорошо. Теперь надо проделать маленькую дырочку в каждой из этих точек. Идеально. Все готово, чтобы попробовать. Кладем линейку на бумагу и вставляем кончик карандаша в дырку в центре линейки. Вставляем второй карандаш и поворачиваем. Проведем над рукой вот так. И рисунок готов. Отлично, настоящий круг. Невероятно, ты смогла нарисовать без циркуля. А, вы только сейчас мне его принесли? Спасибо, конечно. А, у меня ничего не получается. Это так сложно. Может, если я попробую вот так? Нет, так тоже не выйдет. А, это худший день в жизни. Ладно, надо успокоиться и снова посчитать. Нет, все без толку. Это просто полный провал. Что? Сколько же бумаги она изводит? И как он так ловко справляется с контрольной? Может, попросить его помочь? Чтобы я помог тебе? Да ты и правда неудачница! О, ну нет, он только мне нагрубит. Он слишком популярен. Тут становится жарковато, совсем дышать нечем. Что? Эй, что такое? Ничего. Не может быть, он уже почти доделал контрольную. Ну все, я должна попросить его помочь. Помочь? О, конечно, я рад помочь. Давай я покажу тебе математический прием. Обводим вторые цифры и перемножаем их. То же самое делаем с первыми цифрами и записываем ответ. Теперь складываем эти две цифры и записываем ответ посередине. Видишь? Вот и ответ. Держи. Спасибо огромное, ты джентльмен и гений. Теперь я могу, наконец, доделать контрольную. Ого! Вау! Какие туфли! А? О, привет, Минди! У тебя потрясающие туфли! Ты должна сказать, где их купила. Давай помогу. Ого, чуть не забыла. Что скажешь о моих туфлях? Вау! Они крутые! Я завидую! О, это так мило! Они идут к моему образу. Привет, девчонки! Оттенок просто прелесть! Что-то не так? Это твои туфли? Ужасные! В них нельзя выходить на улицу. Это просто преступление. Скажи. А мне они нравятся. И к одежде подходят. Ну и ладно. Что это было? Я на что-то наступила? О, карандаш. Кажется, у меня появилась идея. Я им покажу.
Мне нужно больше карандашей. С их помощью я преображу свои туфли. Нужно нанести на карандаши клей, только с одной стороны, и приклеить их к каблуку. С остальными карандашами я сделаю то же самое. Нужно покрыть ими каблук полностью. Нам также могут понадобиться карандаши подлиннее. Это последний. Вау, теперь они такие яркие. Пора перекрасить сами туфли. И обязательно не забыть про вторую. Теперь мне не придется покупать новую обувь. Мне так хочется скорее их надеть. Отлично. Я хочу пройтись по магазинам. Пойдешь со мной? Ого! Посмотри на ее туфли. Что скажете, девчонки? Крутые, правда? Челюсть подберите. Вау! Ставьте лайки и подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео. Интересно, что это такое? Я так взволнована. Пока все как-то печально. Ага, точно. Что это за шум? Сюрприз? По-прежнему ничего не происходит. Ау, мы тут ждем. Ого, это было довольно круто. Вау, откроем? Ну, чур мое. Эй, отдай сюда, это была моя идея. Расслабься. Ты такой злой, Крис. Ууу, пузыри. Мне все равно. Ну да, они красивые. Можно я попробую? Ха, нет. Ну, пожалуйста. Как весело! Эй, смотри! Это навело меня на мысль. Будет так здорово! Для начала возьмем холст. Затем нанесем на него краску валиком. Убедитесь, что вы покрыли весь холст. Теперь возьмите стаканчик от кофе, окуните его в белую краску и прижмите к холсту. Подойдите к этому творчески. Дальше начинаем добавлять цвет внутри кружочков. Выбирайте разные цвета для более реалистичного эффекта. Мы пытаемся запечатлеть свет в пузырях. Смотрится неплохо. А теперь добавим деталей. Получилось потрясающе! Какая я талантливая! Эй, Крис, у меня есть свои пузыри. Что? Завидуешь? Можно я это возьму? Поменяемся. Дай сюда. Ого! А где же пузыри? Тут пусто. Так нечестно. О, я разве тебе не сказал, что пузыри кончились? Не смешно. Что ж, надо подготовиться к уроку. Вау, это так круто. Какую прическу выбрать? Нет, зеленые волосы не подойдут. Кажется, я знаю. Выберем номер 3. О, что это такое? Отпусти, это мое! Я хочу посмотреть! О-о-о! Что случилось? Наконец-то вы здесь! Добро пожаловать на творческий челлендж! Пожалуй, надо браться за дело. Тема первого раунда – барабанная дробь. Радуга! Ух ты, я люблю радугу! Ладно, почему бы и нет? Мне нужно достать кое-что из сумки. О, я тоже проверю сумку. Что тут у нас? Это твоя сумка. Ага, это пригодится для рисунка. Эй, я и забыла про это. До сих пор классно пахнет. Да ты издеваешься? Меня сейчас тошнит. А, я понарошку. Мне просто нужен маркер, инкрустированный бриллиантами, конечно же. О, откуда это взялось? У меня появилась идея. Эй, Кэндл, убери это от меня. О, какая гадость. Окей, для начала сложим бумагу и поставим сверху стакан из-под карандашей. Обведем его, чтобы нарисовать круг. Теперь нарисуем в круге личико. Начнем с глаз. Нарисуем рот поверх линии сгиба. Какая чудесная улыбка. А сейчас полностью раскроем лист бумаги. Используем это в качестве линейки. И дорисуем наше лицо. А сейчас время добавить красок. Я хочу, чтобы вышло как можно ярче. Нарисуем во рту радугу. Теперь можно опять сложить листок. Выглядит так прикольно. Зацените. Реально круто, а? Вау! У меня нет слов. А Бритни еще даже не начинала. Здесь должно быть что-то подходящее. Оу, я нашла свои старые мелки. Они мне точно помогут. Только возьму свой верный молоток. Вот, я быстро сделала трафарет в форме бабочки. Помещу его на кусок черного картона. А теперь положу сверху мелки. И начинаю крошить.
О, да, это так приятно. Отличное лекарство против стресса. Хорошо, можно убрать трафарет. Получилась изумительная бабочка. Отличная работа, девочки. Мы знаем. Так трудно выбрать. Но победила Бритни. Правда? Вау, спасибо. Это нечестно. Не грусти, мне понравился твой рисунок. О, в воздухе витает любовь. Вот ваше следующее задание. Нарисуйте мне сердечко. Я пригласила особого гостя, чтобы помочь вам с вдохновением. Посмотрите вон туда. Привет, дамы. Я называю этот взгляд «скрытое пламя». О, как хорошо, что я захватил ветряную машину. Он такой милый. Эй, я увидела его первой. Ну уж нет, я должна выиграть этот раунд. Нужно создать что-то необыкновенное. Дай мне сердца. Нужно еще. Я стараюсь изо всех сил. Не люблю, когда торопят. Вот, пожалуйста. Это именно то, что мне нужно. Брайан такой симпатичный. Мы будем так счастливы вместе. Окей, приступим. Начну с романтического послания. Думаю, это отлично передает мои чувства. Теперь обведу это золотым маркером и добавлю звездочек. Я написала послание на других сердечках. Думаю, я выберу вот это. Сложу его края и прижму, чтобы получился сгиб. Теперь согнем вверх вот так. Получился небольшой конверт. Запечатаю его стикером и соединю с остальными. Прямо небольшая коллекция любовных писем. Выйдет чудесный брелок для ключей. Вау, как здорово! Это может быть сложнее, чем я ожидала. Ума не приложу, что придумать. Ладно, была не была. Нарисуем сердечко. Но это необычное сердечко. Оно отличается, но смотрится круто. Приветик! Мне нравится твой помоечный стиль. И этот рисунок невероятный. Роза для прекрасной розы. Ага, такой джентльмен. А что у нас здесь? Это для меня? Красота и талант. Идеальная комбинация. У меня кое-что есть для тебя. Ты попал мне в самое сердце. Да, на меня так часто реагируют. А для меня что-нибудь есть? Не мешайте, моя мечта сбывается. Ей удобно бить по рукам. Просто шучу. Тема следующего раунда – кисточка. А где Бритни? Понятия не имею. Ну хорошо, тогда начнем без нее. Удачи. Тут не должно быть ничего сложного. Алло, я хочу сделать заказ. Какое прекрасное обслуживание. Обожаю делать покупки. Это мое любимое хобби. Окей, начнем распаковывать. Как это вообще здесь поместилось? Ах, как тяжело. Но смотрится безупречно. Коробка мне больше не нужна. Простите, я опоздала. О боже, это туалетная бумага? Что? О чем это вы? Оу, ну да, извиняюсь. Как неловко получилось. Ну, что я пропустила? Минуту, мне нужно кое-что сделать. Пожалуйста, хватит. А, да, да чего хорошо. О, это мне пригодится. Мне не нужна кисточка. Разломим это пополам, а затем обернем туалетной бумагой. Нужно сделать плотно и аккуратно. Затем завернем это в зеленую пластиковую упаковку. Вот таким образом. Теперь возьмем наклейку. Она нужна, чтобы все закрепить. Выглядит неплохо. Поместим это в прозрачную трубку. Думаю, все готово. Окунем первую палочку в розовую краску. Она подходит под цвет пластика. А затем нанесем краску на бумагу. Когда мне понадобится другой цвет, просто заменю ватную палочку. Теперь время синей краски. Дадим ей впитаться в вату. И можно продолжать творить. Что такое? Значит, вот так, да? Ты еще ничего не видела. У меня большие планы. Я создам настоящий шедевр. Все, закончила. Что? Зачем ты это сделала? Ты проиграла. Да ладно, просто кисть соскользнула. Извините, мне нужно поддерживать уровень калия в организме. Вот ваше следующее задание. От творческой работы просыпается аппетит. Принесите что-нибудь вкусненькое. О, вот это другое дело. Все выглядит так аппетитно. Что бы мне попробовать сначала? Ух ты, смотрится великолепно. Я это хочу. Эй, убери свои грязные руки. Я не хочу, чтобы ты трогала мою еду. Да ну, ты же не собираешься съесть все одна. Ладно, я дам тебе яйцо. Лови. Эй, осторожно. Не уронить бы. Ух, еще бы немножко и... Спасибо. Разобьем яйцо в миску.
И отделим желток от белка. Поместим это в другую миску. Используем пальцы вот так. Оно такое скользкое. Теперь добавим немного растительного масла. Еще чуть-чуть. И перемешаем. Наполним смесью шприц. Так будет легче и аккуратнее. Ничего не испачкаем. Добавим яичную смесь в порошковую краску. Совсем немного. Вот, всего несколько капель. Берем кисточку и тщательно перемешиваем ингредиенты. Думаю, теперь готово. Возьмем скорлупу и раздавим ее на кусочки. Хорошо, все идет по плану. Возьмем вот этот кусок скорлупы и покрасим в синий цвет. Мне он очень нравится. Я нарисовала вазу. Приклеим к ней куски скорлупы и добавим цветы. Вот теперь я наелась. О, может быть, я переела? Оу! Извиняюсь. Не держать же все внутри. Нельзя, чтобы еда пропала зря. Возможно, из этого удастся что-то сделать. Покрасим лист картона в синий цвет. Используем капусту брокколи в качестве кисти. Нанесем краску по всей поверхности. Возьмем и другие цвета. Вышел прекрасный эффект листвы. Поглядите-ка. О, как красиво. Обожаю, так креативно. Чью же работу выбрать? Решение было трудным, но побеждает Кендалл. Да, я круче всех. Окей, уймись, Пикассо. Билл, только поглядите. А вот ваше новое задание. Как увлекательно. Это что, шутка? Не представляю, что нам с этим делать. О, на моей одежде распустилась нитка. А вот еще одна. Только этого не хватало. А ведь они могут пригодиться. О, косметика. Может, Кендалл не заметит? Это мой шанс. Просто веди себя обычно, ничего особенного. Идеальная кража. Покроем нитку косметикой. И положим ее на блокнот, чтобы вышел такой волнистый узор. Теперь закроем блокнот и потянем за нитку. Получилась абстрактная картина. Смотрится потрясающе. Вау, это и правда впечатляет. Постой, Бритни, что? Как это сюда попало? Можешь оставить себе? Я воспользуюсь этой кистью. Покрашу свой холст в черный цвет, но только наполовину. Затем добавлю полосу из клея. Размажу клей кистью поверх черной и белой частей листа. Вот, хорошо. Пока клей не застыл, посыплю сверху блестки. Нужно все делать быстро. Работа не из легких. А? Это золото? Будет классно смотреться на моей картине. Даже моя перхоть дорого стоит. Но все равно нужно сменить шампунь. Кладу на холст трафарет в форме сердца и беру спрей-баллончик с краской. Наношу краску поверх трафарета. Вышло так ярко! Осторожно уберу трафарет. Ого! Я бы это повесила у себя дома. Здорово, не правда ли? О, да. Погляди-ка на это. О, мои глаза! Я ничего не вижу. Положи это. Так-то лучше. Вау! Просто чудо! Да, это так оригинально. В следующий раз предупреждай. Посмотри, сколько всего. Это был последний раунд. Пора узнать, кто выиграл челлендж. Я, выберите меня. Я так волнуюсь. Кто же победил? Это Кендалл. Поверить не могу. Я тоже старалась. Хорошая работа. Постой. Давай разделим призы. Правда? Ты серьезно? Да! Я не очень люблю обнимашки. Как мило! Победило творчество! Я мог бы сейчас быть в кино! Что ж, у меня хотя бы есть сладости. Иди к папочке! Ну или нет? Ты знаешь правила, Мэтью? Никакой еды на уроках. Принято! Так, на чем я остановилась? Зато я могу попить. Надо поддерживать водный баланс. И напитки запрещены? Ненавижу это место. Буду голодать. Какой прекрасный день. Дурацкие правила. По крайней мере, я могу говорить своим ртом. Как дела, братишка? Я тебе перезвоню. Блин, она все забрала. Эти дети никогда не научатся правилам. Еда запрещена, телефон тоже. Ничего нельзя. О, да вы издеваетесь. Я что, должен просто вот так тут сидеть?
Какое ужасное место! Это просто неправильно! От всех этих споров мне хочется спать. Что? Ты решил поспать? Что случилось? Спать запрещено, разумеется. Откуда у меня все эти пятна? Придумал! Сделаю вид, что я не сплю. Вы видите то же, что и я? Спокойной ночи! Пора немножко вздремнуть. На что он уставился? Ну ладно, главное, что не спит. Да, мы пришли на урок вовремя. Эй, вы двое! Хватит болтать! Начинаем контрольную! Ну да, контрольная. Хорошо, что мы готовились. Неплохо! У меня тоже есть маленькая шпаргалка. Мы точно ответим на все вопросы. Чего это вы улыбаетесь? Подозрительно! Нужно просканировать комнату. Ха! Так я и знал! У них шпаргалки! Тревога! Нарушение правил! Эй! Ты и правда думала, что сможешь меня обмануть? Целая стопка шпаргалок, и ты их даже не прячешь? Как ты могла решить, что я не замечу? Но я тебя вычислил! И тебя тоже! Теперь держитесь! Что это у тебя здесь? Холодный кофе? Эй, минутку! Что ты там прячешь? Написано так мелко, достойно восхищения. Но это все равно шпаргалка. Я ее забираю. Нет! Я не хочу получить двойку. Погодите! Кажется, не все потеряно. Я и забыла, что у меня есть еще шпаргалки. Вот здесь. А мне как быть? Эй, что это у меня на ботинке? Жвачка. А что если... Можно просто прилепить шпаргалку к подошве. Вот так, надежно и незаметно. Теперь с ответами проблем не будет. Что происходит? О, ничего, я просто обмахиваюсь. Здесь жарко, а она занимается йогой. А, окей, кажется, все в порядке. Продолжайте работать. Ура, пятерки у нас в кармане. Дэвид такой крутой. Очень надеюсь, что ему понравится. Ну, была не была. Как дела, Дэвид? Мила, что она мне написала? Да, у меня есть, что на это ответить. Как бьется сердце. Посмотрим. Мои учебники. Прости, давай я тебе помогу. О, такая мягкая. Ага. Вау. Мои учебники? О, конечно. Ну, да, спасибо. Кажется, я влюбился. Постой, еще раз взгляну. Да, этот парень реально супер. Оу, вот что я нарисую. Прекрасная идея напомнить любимому человеку о том, как вы впервые встретились. Самое трудное позади. Неплохо. Ух ты. Я помню. Так мило. Люблю тебя. Подготовка к созданию шедевра – важная часть творчества. Ну да, придется слегка испачкаться. Ну хорошо, превратим задумку в реальность. Первый мазок всегда самый лучший. Добавим вот здесь немного голубого. Уже начинает получаться. Или нет? Это ужасно! Не пойдет. Хорошо, что у меня много бумаги. О, классно! Этот еще хуже, чем первый! Ну уже, давай соберись! Да ты издеваешься! Почему я не могу нарисовать дурацкий цветок? Ладно, успокойся.
Глубокий вдох. У меня получится. У меня есть талант. Приступим. Вот так. Вот так. Апчхи! А? Как это не кстати. Но постойте-ка. Какая интересная форма. С этим можно работать. Используя кисть разными способами, можно создавать уникальные дизайны. В моем случае – лепестков. Теперь, когда лепестки готовы, добавим зеленого для листьев и стебельков. Видите, как здорово получается? Осторожные мазки дадут нужный эффект. Можно даже соединить эти два. Так легко заполнить пустые места. Я знал, что смогу это сделать. Вау! Ты сам нарисовал все это? Можешь взять себе, Энни. У меня есть и другие задумки. И в этот раз я использую совсем другой подход. Но не переживайте, тема рисунка осталась прежней. Зацените, как эти мазки добавляют листикам реализма. Это займет время, но результат того стоит. Можно даже добавить траву, видите? А вот следующий этап более сложный. Использую объемные краски, чтобы создать текстуры с помощью воздушного шарика. Да чего же это приятно! Теперь используем его как штамп и получаем вот такие неповторимые цветы. Не забудем вот про этот. Круто, верно? Потрясающе! Что ты думаешь? А, Дэвид! Как ты вообще сделал такое? Мой секретный ингредиент. А, картинка и впрямь радует. Заслуживает того, чтобы поместить ее в рамку. И зачем останавливаться на этом? Просто нужно немного вдохновения. Ну да. Что ты сказала? О, Сьюзан, не могу поверить. О, я не знаю. Извини. Моя бумага. О, прости. Упс. Смотри, что ты наделала. Все испортила. Эй, хочешь кое-что покажу? Ты слышала о случайных шедеврах? Вот один из них. Можно я? Да. Они могут быть разных размеров. Изумительно! Поехали! Как думаешь, сколько здесь уместится? Столько, сколько захочешь. Это просто отпад! Можно использовать что угодно. Главное, чтобы форма была круглой. По-твоему, уже достаточно? Выглядит реально здорово, правда? Дай 5! Мой маленький художник. Интересно, что это такое? Я так взволнована. Пока все как-то печально. Ага, точно. Что это за шум? Сюрприз? По-прежнему ничего не происходит. Ау, мы тут ждем. Ого! Это было довольно круто. Вау, откроем? Ну, чур мое. Эй, отдай сюда. Это была моя идея. Расслабься. Ты такой злой, Крис. Пузыри. Мне все равно. Ну да, они красивые. Можно я попробую? Нет. Ну, пожалуйста. Как весело. Эй, смотри. Это навело меня на мысль. Будет так здорово. Для начала возьмем холст. Затем нанесем на него краску валиком. Убедитесь, что вы покрыли весь холст. Теперь возьмите стаканчик от кофе, окуните его в белую краску и прижмите к холсту. Подойдите к этому творчески. Дальше начинаем добавлять цвет внутри кружочков. Выбирайте разные цвета для более реалистичного эффекта. Мы пытаемся запечатлеть свет в пузырях. Смотрится неплохо.
теперь добавим деталей. Получилось потрясающе! Какая я талантливая! Эй, Крис, у меня есть свои пузыри. Что? Завидуешь? Можно я это возьму? Поменяемся. Дай сюда. Ого! А где же пузыри? Тут пусто. Так нечестно. О, я разве тебе не сказал, что пузыри кончились? Не смешно. Мне так скучно. Эта формула одна из моих любимых. Наконец-то! Можно уходить! Как я рада, что урок кончился! Вот я и дома. Ну и денек, пора расслабиться. Добро пожаловать на наше шоу! Приглашаем прекрасных дам сыграть в игру. О, окей, звучит неплохо. Вы точно не пожалеете. Нажмите кнопку, чтобы начать. Поехали! Что происходит? Куда это я попала? Минуту. Ты? Что ты здесь делаешь? Мой план начинает работать. Ну же. Ага, нашел. Нужно заняться загаром. Вау, как он это сделал? У меня и для вас кое-что есть. Думаю, вам понравится. Это точно добавит света в вашей жизни. Что? Это шутка какая-то? Что мне с этим делать? Будь инициативнее, Луна. Тогда и контрольный будешь лучше писать. О, смотрите, такого я не ожидала. Выглядит слегка пыльный. Протру немножко. Может быть, оттуда вылетит джин? Что? Кто меня вызвал? Эй, отзовись! А, вот ты где. Что? Ей достался джин, а мне дурацкая спичка? Почему ты высовываешь язык? Ты меня не узнаешь? Серьезно? А если вот так? А? Ну? А, точно, теперь я вижу. Но, Альберт, разве ты не должен исполнить мое желание? А, ведь я ученый, а не волшебник. Но у меня есть для тебя эксперимент. Оф, это было непросто. Что ж, желаю повеселиться. Нет, Альби, вернись. Я надеялась, что мы поужинаем вместе. Пока-пока. Мне суждено вечно быть одной, но он хотя бы оставил мне подарок. Не ужин при свечах, конечно. Наливаем газировку в вазочку, вот столько достаточно. Теперь берем банан и помещаем один конец в газировку. Сама не верю, что это делаю. Теперь нужно засунуть в вазу лампочку. Чувствую себя так глупо. Секунду. Вы это видите? Альберт, ты просто супер. Но что же мне делать с этой спичкой? Я все должна тебе объяснять. Зажги ее. О, все так просто. И почему я не догадалась? Кажется, она не работает. Мне пора найти другую работу. Я совсем никудышный учитель. Нужно чиркнуть ей обо что-нибудь. А, поняла. Это я смогу. Нет, все равно не работает. Окей, спичка, теперь это личное. Гори, я не шучу. Ты меня разозлила. Я это сделала с помощью мысли. У меня сверхспособности. А, как это возможно? Глазам не верю. У меня и впрямь великолепные усы. О, хорошая работа, Луна. Впечатляет. Я горжусь тобой. А что у нас здесь? Я смотрю, ты встретила Альберта. Нужно выбрать победителя. Я в хорошем настроении. Вы обе победили. Дайте 5. У меня есть хорошая идея. На этот раз попробуем кое-что с цифрами. Все в порядке, не надо аплодисментов. Математика? Я думала, это будет просто игра. Не уверена, что тут нужно делать. Я любуюсь собой, а вы портите момент. О, он такой грубиян. Нужно подумать. Тут должно найтись что-то полезное. О, это может пригодиться. Книга по математике всегда поможет. Возможно, я найду ответ на ее страницах. Поглядим. Нет, это не то. У меня нет поля, и коров тоже нет. Вот именно то, что мне нужно. Я знала, что эта книжка меня выручит. Берем ручку и начинаем работать. Для начала напишем цифры 1 и 2. А теперь вот здесь 3 и 4. Теперь нужно соединить их вместе. Добавим новые линии и большой полукруг. Осталось несколько штрихов, и вышел милый слоник. Мы сделали его с помощью цифр. Есть ли хоть что-то, что не под силу математики? Я горжусь собой. Ну да, классно. Постойте, и это все? У меня получится круче, приготовьтесь изумляться. Рисуем 2 небольших овала, а затем еще 2 под ними. И, наконец, рисуем овалы побольше внизу страницы. А теперь пора включить креатив. Нарисуем вот такие ножки, как будто он присел. О, не забудем про уши.
Так-то лучше. Теперь добавим детали глазам. Это сразу оживит рисунок. Нанесем вот такие линии на хобот. Выйдет невероятно мило и очень похоже на настоящего слона. Нарисуем маленькие пальчики на ногах и красивый хвостик. Теперь осталось раскрасить. Для глаз нужна черная краска. Главное, ничего не испортить. Этот оттенок серого идеален для туловища. Вот, готово. Выглядит замечательно. Вот это и правда слон. Действительно, очень хорошо. Но решать будем не мы. Эй, мы закончили. Так быстро? Вау! Ах, такой очаровашка. Браво, Луна! Но где же цифры? Минуту. Что? Я думала, что мы рисуем слонов. Что ж, победитель очевиден. Поздравляю! Спасибо. Я хочу поблагодарить моих маму с папой и моего пса Ровера. Надеюсь, вы готовы к следующему раунду. Постойте, вы это слышали? У меня бурчит в животе. Я знаю, что делать. Время перекусить. Я надеялась, что он это скажет. Где же еда? Не поможете мне? Ох, ладно, прошу. Надеюсь, теперь вы рады? Вау, только поглядите. Такой большой выбор. Я хочу шоколад. И банан. Где ваши манеры, юная леди? Что ж, я возьму это. Значит, вот так, да? Хорошо, ну тогда я беру вот это. Не так быстро. Вы их сломали. Я? Это все из-за тебя. Что же мне теперь делать? Постойте, у меня есть задумка. Разломим шоколадку на кусочки и положим их внутрь попыта. Нужно покрыть ими всю поверхность. Теперь растопим шоколад, чтобы он заполнил ячейки. Затем берем маленькие хлебные палочки и помещаем их в жидкий шоколад. Должно выйти что-то вроде этого. Дадим шоколаду затвердеть. У меня уже слюнки текут. Вынимаем наши сладости из попыта. Ах, они такие маленькие и милые. И очень-очень вкусные. Настоящее блаженство. Ого, умно придумано. А я использую тортилью. Положим ее на гладкую поверхность. Теперь возьмем шоколад, растопим его и размажем. Кладем сверху банан и сворачиваем тортилью. Но это еще не все. Добавим расплавленный маршмеллоу и кокосовую стружку. Осталось нарезать вот такими кусочками. У нас вышли сладкие суши. Польем сверху шоколадом. Ммм, какая красота. Нет, выберите мое блюдо. Мое блюдо вкуснее. Они оба смотрятся чудесно. Мне не терпится попробовать. Ого, просто невероятно. Такой трудный выбор. Но я принял решение. Это ничья. Да, круто. А, куда все делось? Быть популярным ведущим – тяжелый труд. Я проголодался. Прошу меня извинить. О, да, то, что нужно. Я вновь свеж и красив. Вот ваше следующее задание. Вас ждет хитроумный тест. Тест? Но я ничего не учила. К счастью, у меня есть телефон. Никаких гаджетов. Но прямо как в школе. Ну ладно, правила есть правила. Но правила существуют, чтобы их нарушать. У меня есть классный план. Зацените-ка. Выводим на экран картинку с карандашами, делаем ее покрупнее и кладем телефон в пенал. Выглядит так убедительно. Он ничего не заметит. Теперь можно писать тест. Хорошая отметка обеспечена. Кто бы мог подумать? Со шпаргалками тесты писать гораздо легче. Кажется, это неплохая идея. Даже не верится, что я это делаю. Спрячу телефон в этот цветочный горшок. Серьезно? У меня в запасе есть другие хитрости. Хотя нет. На это тяжело смотреть. Я не сдамся. Как я выгляжу? Прошу, хватит. Я так больше не могу. А что мне делать? Ага, я знаю. Это точно сработает. Мне понадобится блокнот. О, здесь как раз есть блокнотик. Очень кстати. Нужно действовать быстро. Открываем блокнот. Теперь берем телефон и кладем его на страницу. Заворачиваем его в бумагу, чтобы было незаметно. Надо все делать тихо. Осталось лишь перевернуть телефон, и он исчез. Прямо как настоящие фокусы. Веди себя как обычно. Он ничего не заметит. Положите ручки, время закончилось. У меня хорошее предчувствие. Проверим ваши работы. Ого, я удивлен, Луна. Я думал, ты не справишься. Я так старалась, но мне не хватило времени. Я еще ни разу не проваливала экзамен. Но все бывает в первый раз. Это облегчило мне выбор. Побеждает Луна. Я умнее вас. Молодец, Луна. О, обожаю науку. О, сообщение. О нет, день рождения у Джины. Нужен подарок. Должно же здесь быть что-то такое.
Начало положено. Теперь нужно найти подарок. Ой-ой! Ай! Ленточки мне пригодятся. Будет болеть потом. Ладно, пора приступать. Получается... Ну вот, отлично. Только что в нее положить? Куклу? Опять кукла, как я и хотела. Нет, цветы? Хорошая идея. Они прекрасны. Откуда здесь пчелы? Меня укусили. Нельзя рисковать. Вот это подойдет. Ты издеваешься? Ни за что. Давай, думай. О, идея. Я сделаю ей блокнот. Возьмем обычный ежедневник, откроем сзади, нанесем линию клея вдоль края. И вдоль нижнего края тоже. Затем возьмем розовую ленту. Поместим ее на клей. И проделаем то же самое с остальными вдоль нижнего края. После этого возьмем зеленые ленты. Наклеим их на боковой край обложки. Не оставляйте пробелов. Теперь закроем блокнот. Завернем розовые ленты на обложку. Проведем зеленую ленту через розовыми и под ними. Повторим это с каждой ленточкой. Получаем эффект шашечки. Снова откройте блокнот. Нанесите полоску клея по верхнему краю. Закрепите остатки розовой ленты на клее. И хорошенько прижмите. Нанесите клей вдоль краев поверх ленточек. Но только с трех сторон. Теперь сверху приклейте кусочек картона. Прижмите его хорошенько. Вот, самодельный блокнот. Джинни должно понравиться. Я готов к ее дню рождения. Это твой подарок. Ого! Наполнитель. Спасибо. Серьезно? Посмотри внутри. А, точно. Спасибо. Ты лучший. Я знаю. Пора повеселиться. Привет. Вижу, у тебя есть бабочка. Безусловно. Веселись. Музыка реально качает. Нет бабочки. Нет, только рубашка. Без бабочки вход запрещен. Правда? Подождите. Мне нужно кое-что сделать. Что ты там задумал? Немного магии 3D-ручки. Хочешь галстук-бабочку? Сейчас будет. Просто нужно заполнить это. Отлично. Еще немного. И готово. Видишь? Поздоровайся с моим галстуком-бабочкой, детка. Серьезно? Мне нравится. Я сейчас вернусь, хорошо? Продолжайте танцевать. О, я так устала. Почему мне пришлось надеть каблуки? Уф, какое облегчение. Фу, отвратительно. Везде мусор. Я не могу ходить здесь босиком, иначе подцеплю какую-нибудь сумасшедшую болезнь. Нет, точно нет. Придется потерпеть. О, боже. Почти дошла. Ой, воу. Останется синяк. Подождите, это туфли? Такие грязные. Ну ладно, думаю, я могу их почистить. Подождите минутку. У меня появилась идея. Преображение. Грязной обуви стоит дать второй шанс. И в этом мне поможет 3D-ручка. Нужно просто проявить немного фантазии. Еще несколько цветов. О, отлично. Теперь у меня есть немного свободного места, которое можно заполнить. Главное – правильный узор. Я возьму светло-зеленый цвет. Отлично. Хотя это и не быстро. Пора сменить линии. Не ожидали этого, да? И последние штрихи. Поздоровайтесь с моими новыми уникальными туфельками. Вдохновленные единственным и неповторимым Ван Гогом. Осталось только одно. Надеть их. Вау, идеальный размер. Мне так повезло. Теперь я снова могу танцевать. Как дела, народ? Прическа почти идеальна. Другое дело. Ах, как удобно. Или нет?
Я не могу найти правильную позу. Ага, за что? Уже утро. Кто это? Я ужасна! Как это произошло? Нужно причесаться. Ты знаешь, что делать. Давай. Черт! Пожалуйста, давай. О нет, это нехорошо. Моя единственная расческа. О, дорогая. Ого, твой завтрак. Папа, мои волосы. Давай по очереди. Хорошо, поехали. Здесь пригодится моя 3D-ручка. И твой любимый розовый цвет, конечно. Угадаешь, что я делаю? Не волнуйся, это только набросок. И теперь нужно его заполнить. Это немного скучно. Но подожди, скоро ты увидишь финальный результат. Немного больше пространства здесь. Идеально. Теперь, чтобы обозначить новую секцию, линии будут другими. А вот и еще. Много линий. Это гипнотизирует, правда? Еще немного осталось. Теперь самая важная часть. Зубчики, конечно. Это же все-таки расческа. Но она особенная. Вуаля! Все готово! Вау! Как красиво! Сейчас я приведу волосы в порядок. Это совершенно не больно. Вау, они такие шелковистые и гладкие. Я даже не скучаю по старой расческе. Вау, посмотри на мои локоны. Спасибо. О, да, я прекрасная художница. Нужно подписать рисунок. Эй, папа! А? Что ты нарисовала? Это ты и я, папа. Не совсем. Держи. Я покажу тебе маленькую хитрость. Хорошо. Это твое имя? Мэдисон. Я знаю, это папа. О, секунду. Я поняла. Дай мне попробовать. Так. Именно. Затем А. Ага, продолжай. Да, вот так. Да? Почти готово. Да, осталась одна буква. Вот и все. Почти. Неправильно. Я ничего не умею. Не сдавайся. Я знаю, как тебе помочь. Нам понадобится банка. Я нанесу на дно банки горячий клей. Вот так. Теперь я добавлю сюда бусины с буквами. Угадаешь, что тут написано? Точно, это имя Мэдисон. Дополнительный слой удержит бусинки на месте. Теперь самое интересное. Надень это на запястье. Классно! Теперь я не забуду, как пишется мое имя. Круто! Попробуй еще раз. Я верю в тебя, милая. Да, у тебя получилось! Моя маленькая звездочка! Так сладко. Это реально прибавило мне вдохновения. Что здесь происходит? О, вы знаете правила, юная леди. Никаких сладостей. И вообще, разве можно есть только сахара? О, а с этим что не так? Может, объяснишь? Круто, да? Я сама это сделала. Я заинтригована. Что тут сегодня творится? Да ладно. Оу, директор! Конфеты запрещены. Итак, вот ваше наказание. Нет, постойте! Вау! Что это за место? Попрошу внимания. Время браться за инструменты. Так кричит птица. Вот и ваше первое задание. Надо подумать. О, этот шарф. Для меня проблем быть не должно. Что? Это то, что я думаю? Убирайся отсюда, глупая птица.
По крайней мере, мне это на руку. Кстати, вот что даст мне реальное преимущество. А-а-а. Как это здесь оказалось? Неважно. Итак, как я уже говорила, а? Это что, какая-то злая шутка? Окей, наконец-то. Мои вещи. О, класс. Еще одна скучная книжка. Это не поможет. А это что? Здесь нет ничего полезного. Какие-то вычисления? Как будто я знаю, что все это значит. Впрочем, эти цифры могут мне помочь. Когда я дорисую тело, использую несколько чисел вот тут. И на голове тоже. Уже похоже на птицу, верно? Будет еще круче, когда раскрасим. Ты в порядке, моя маленькая синичка? Я сделаю тебе красивые перышки. Всех цветов радуги. Готово. Ну, что вы скажете? Вы видите цифры на рисунке? Изумительно. А что у вас? Мне помешали погодные условия. Успела сделать только это. О, ты выиграла этот раунд, Энни. Да, ура! Это мне? Спасибо. Я не могу работать в таких условиях. Думаю, мне нужно было это предвидеть. О, а вот и следующий челлендж. Я в своей жизни видела много яблок. Я точно знаю, с чего начать. Главное здесь – идеальный круг. Но где мне уместить черенок? Этот круг занимает всю страницу. А. Придется начинать сначала. Мне не помешает вдохновение. Постойте, я вижу идеальное яблоко. Кажется, она всерьез отвлеклась. Это мой шанс. Миссия «Невыполнимое яблоко» начинается. Я вооружена и очень опасна. Достаточно аккуратного надреза. А? Что это Энни делает? А ну прекрати! Сядь на место! Извините. А, чуть-чуть не успела. Придется рисовать, как умею. Например, само слово «яблоко». Это довольно просто. Эй, минутку! Если разделить слово на 5, точнее, на яблоко, я приближусь к цели. Окей, сделаем 5 побольше. Кто бы мог подумать, что из цифры выйдет половина яблока? Теперь никто и не заметит, что это цифра. Особенно, если закрасить. Вот так. Осталось растушевать, и яблоко как настоящее. Не забудем про черенок. Добавим немножко теней. И капельку мелких деталей. А, прямо хочется его съесть. Ведь правда? Та-дам! Все готово. У меня тоже. Так реалистично. И так плоско. Что ж, тут выбор очевиден. Браво, Энни. Я выиграла. Да. Мне бы настоящее яблоко. Да, и мне тоже. О! Его уже кто-то грыз. Фу. Ха! К счастью, мое целое. Луна знает ответы. Так здорово все знать. И так здорово, что Луна сидит рядом со мной. Небольшая помощь. Нужно все делать быстро. Ничего себе, она списывает. Ну и хитрюга. Шерил. Прекрати. Ну, это так нечестно. Ничего, тогда я перекушу. О, классно. Шоколад. Это что, батончик? Она ест батончик, я тоже хочу. В животе урчит. Блаженство. Эй, Шерил, поделишься со мной? Так, так, так. Нет. Ну все. Думаешь, я испугалась? Ну давай. Есть только один выход. Кто открыл окно? Одна шоколадка. Еще. Да ладно. Бери. Дай мне шпаргалку. Еще. Окей. Довольна?
Приятно иметь с тобой дело. Спасибо, подруга. Спасибо. Ненавижу учебу. Эта штука такая полезная. Что здесь происходит? Я очень недоволен. Дайте их сюда. Обе марш в штрафной класс. Глазам не верю, дилетанты. Вот как надо проносить в класс еду. Вкуснятина. Обожаю эту работу. Ставьте лайки и подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео.